я не могу спросить про людей, которые меня уж напугали, а других я не знаю, как пугают. Значит, у вас есть охрана. По вашему ли желанию она возникла? Не совсем. Они сами, в общем, пришли и сказали, что у них какая-то есть информация, что мне может угрожать опасность, и все, вот так это пошло. Марк Фейгин. Разыскивается по уголовной статье за распространение недостоверной информации о российской армии. Российский блогер с проукраинской позицией. Политик, депутат Госдумы первого созыва. Политический адвокат, защищал в суде участниц Pussy Riot, украинскую летчицу Надежду Савченко и других. Побывал на трех войнах, в Боснии и Герцеговине в качестве солдата, в Чечне в качестве депутата-переговорщика, в Украине в качестве блогера, признан в России иноагентом. Ну, это государственная охрана? Да, да, естественно. Мы можем говорить от какой страны? От Франции. Французская республика. Но там, где я бываю в разных местах в Европе, то могут присоединяться и сотрудники там, вот, берлинской полиции и так далее. То есть французское правительство вышло меня на вас и говорят, да. Вам угрожает опасность. Да. По нашей разведке. Ну, или как? Да, какие-то у них есть сведения, они мне не говорят. Но есть публичные какие-то угрозы, о которых мы знаем, которые там от разных лиц из России публично озвучились, там, от Кадырова и так далее. Но я думаю, есть какая-то оперативная информация, как я подозреваю. Угу. Думаю. Но это связано с тем, что французские власти не хотят на себя брать какую-то ответственность за российского гражданина? Или действительно, я не знаю, ваш политический вес уже на уровне Навального, если тут охрана, как у Навального в Германии? Наверное, и как я предполагаю, нежелательно было бы, если бы что-то со мной случилось на территории Французской Республики. Это ударило бы по репутации Франции. Может быть, не исключаю, что любые попытки какого-то посягательства на меня, это интересно еще и французским властям, чтобы выяснить, а что происходит вообще. Кто занимается вот такими подобными вещами противозаконными? Это тоже наверняка. А зачем вы его хотите убить? Что такое? Кто вам помогает? Вот такое. А вы могли отказаться? В принципе, я могу отказаться. В принципе, если я сильно буду сопротивляться, я могу письменно отказаться, но я беру на себя тогда ответственность за все, что со мной произойдет. И если вы летите в командировку в другую страну, как мы сейчас в Германии, то да. Они передают это... Они вместе со мной едут. Ну, вообще, образ жизни, который я веду, он далеко не для всех. Но есть кое-кто, я знаю, по отношению некоторых еще людей, где обеспечивается охрана, я знаю. И там для этого есть тоже основания. То есть вы не самый важный человек? Еще не думаю. Я так очень не думаю. Нет. Я бы себя не сравнил с Алексеем Навальным, потому что Алексей Навальный – это номер один политик и оппозиционер, который представил, как мне кажется, пусть и политическую, там, не другую, но угрозу. Я все-таки вторичен в этом смысле абсолютно. Я не думаю, что это сопоставимый вес. Передо мной расстилается Донбасс, украинская земля. Причем на земле этой вот сейчас, буквально прямо сейчас, идут бои. Ну что же, я в центре Часов Яра. Это в нескольких километрах от Бахмута. Как я уже и раньше говорил, российские войска пытаются взять Бахмут, продвинулись достаточно далеко и сделать собираются то же самое с городом Часов Яр. Вы ездили в Украину? Не раз. Вот за эти 2 года? Дважды. Дважды. А что можете сказать, что вы видели? Ну, я ездил целенаправленно на фронт. То есть я, конечно, был и в Киеве, я проехал и восток, и юг Украины, то есть вдоль линии фронта. Первый раз я был... А в ходе боев очень тяжелых в районе Бахмута, я был в Часовом Яре, это километров 2 от Бахмута. И когда там еще Пригожин был? Да. Угу. Еще Пригожин. Это было начало мая. И благодаря этой поездке я побывал, я объехал весь Донбасс, Харьковскую область часть. Ну, просто вы на машине когда едете, я останавливался, много-много снимал. Я был и в Краматорске, и в Славянске, в Константиновке. Вообще все вот вдоль города, границы Донецкой и Харьковской области, под контроль Киеву, я проехал. Это было очень интересно проехать. Я, кстати, убедился, что Донбасс очень красивое место. Вот мне такие представления были, горняцкие шахтеры, какие-то там терриконы, что-то еще. А это удивительной красоты место. Невероятной красоты. Холмы какие-то такие, леса. Невероятной красоты. А я много где побывал. Я под 100 стран мира проехал. Много о чем судить.
Вы туда едете с какой целью? Если ты рассказываешь о войне, и ты там не побывал, ну, это выглядит, знаете, как диванная экспертиза такая, несолидная. Поэтому, в первую очередь, я хочу доказать, что нет, в моих словах есть вес. Смотрите, я там побывал, я это видел. Человек, который бывает в зоне боевых действий, обладает совершенно иным авторитетом. И слова его имеют больший вес. Во вторую очередь, ну, любопытство, я же никогда не был в тех местах. А тут еще и война. Это масштабная для Европы, очень масштабная война, так что в этом смысле я веду некий дневник этой войны. Я фактически проехал всю линию фронта. Во вторую поездку я побывал от Купинска до Херсона. Кроме Авдеевки, я проехал все важнейшие участки фронта. Но это в основном прифронтовые города. Там недалеко расположены позиции, вот как на юге, например, в Орехове я был, там совсем рядом позиции. Просто нет необходимости ехать на позицию зачастую, потому что запрещено снимать. Что толку есть? Ну, вы сами побывайте, я побывал кое-где, да? Но снимать запрещено. Это военная цензура, она обязательна, это очевидно, чтобы не погибли люди из-за этого опрометчивых съемок. И поэтому я и не снимаю там никогда. И мы только материал делаем с разрешенных объектов. Вы туда въезжаете как? Вы звоните кому-то, просите разрешение? Вы официально запрашиваете визу? Как это происходит? Все очень просто. Я как российский гражданин, но имеющий документ соответствующий беженца, я прохожу все процедуры, которые должен проходить российский гражданин. Во-первых, вы должны получить аккредитацию ВСУ. Я ее получил. Ну, мне ее достаточно быстро дали. Ее далеко не всем дают. А аккредитацию как блогер, как журналист, ну вот... Человек, который аккредитован при Министерстве обороны и, соответственно, при главкомате ЗСУ. Второе, вы должны получить визу. Я получал визу и проходил проверки, как я понимаю, заочные во всех ведомствах. И в том числе, конечно, для российских граждан это особая процедура. То есть фактически в российский паспорт визы не ставят. То есть российский человек ехать обычный не может. Только определенные. Которые, ну, как бы, в общем, в ком нет сомнений, что это люди не агенты российских спецслужб, не сомнительной репутации, что-нибудь такое. Это имеет значение. Здесь за спиной у меня Днепр, Херсон. За моей спиной, если вы видите берег Днепра, он простреливаемый. Там серая зона, туда нельзя попадать непосредственно. До позиции российских 4 километра максимум. Но вы сами изъявляете желание, хочу через месяц поехать. Да. Или вам звонят и говорят, Марк, приезжай, есть что показать. Не-не-не. Такого не может. Нет. А потом, понимаете, невозможно подрассчитать. А как вы рассчитаете? Вот я приезжаю через... Там ситуация на фронте меняется каждый, там, не знаю, полдня. Поэтому туда-сюда. То есть вот, например, в Авдеевку я не попал, потому что очень было тяжело. То есть в тот момент были обстрелы просто колоссальные. Но они не решались. Они говорят, ну а если вдруг тебя прибьют? Скажут, что там, мы виноваты. То есть, ну, тоже как-то ответственность брать. Ну и берегут они, наверное, меня. Ну, а, кстати, а кто отвечает за вашу безопасность вот, в Украине? Вообще вы не можете на линию фронта попасть без пресс-офицера. У каждого участка фронта, у каждого фронта есть свои полномочные лица от Минобороны. Это пресс-офицеры. Они вас сопровождают. А прямо на линии фронта. До нее вы можете доехать. Ну, и в первый, и во второй раз у меня была там охрана из военнослужащих. Это небольшая охрана, но тем не менее, чтобы ничего не произошло экстраординарного. Но вы можете в этих условиях общаться только с украинской стороной? Не, очевидно совершенно, что в этой ситуации, ну, во-первых, Россия ни с кем не общает никого. Она только своих подводит к линии фронта. Кто-то пропагандисты ездит, ну, из каких-то, может быть, иностранных каналов, из Китая. Там. То есть, ну, разница очевидная. Дело даже не в том, что я пристрастный человек, я против Путина и против войны, поэтому я могу оказаться только на украинской стороне. Это понятно. Но Россия, в принципе, страна такая, и руководство политическое такое, что оно со свободной информацией не работает. А как? Если бы это было, то, может, и войны бы не было бы. Поэтому нет. Что вас испугало в эти две поездки? Ну, личные страхи – это же такая вещь, понимаете? Ну, что-то рядом разрывается, вы там внутренне что-то сжимаете. Ну, это такое физическое ощущение. То есть все люди этим страдают. А, в принципе, так вот сильно. Я даже в госпитале был, там, видел там раненых.
Ну что делать, война, война. Я так как-то вот уже пообтесался, надо сказать. Вот, я как-то... Не то, что я нечувствительный человек, но просто воспринимаешь это как там, меняющиеся кадры такие, хроники. Так. Но какие-то вещи действительно очень пронзительные. Например, вот кладбище в Изюме, в Харьковской области, где просто убивали таких родственников, атошников, там тогда, там 800, по-моему, захоронений их. Как только российские оккупационные войска вышли, приехали следователи и иностранные криминалисты, эксгумировали эти трупы, проверяли, как они погибли. А сейчас экспертиза такая, что уставая вплоть до, там, до секунды, когда человек погиб, каким образом. Сейчас нет такого, что вот, ой, а как вот он умер? Вот. А. Да, и очень много, да, трупы, и это все... Но это поражает, в смысле, что это... Ну, это понимаете, вот ты все время это примеряешь на жизнь обывателя в России, потому что, ну, как бы для него это... Где-то там далеко? Он где-то совсем далеко, он даже не озабочен. Но он не сочувствует не только украинцам, он не сочувствует и русским, не сочувствует. Что сильно в Новой Таволжанке или Белгороду сочувствует, когда там погибают люди. Да, ну, эмпатии лишены полностью, поэтому... Ну, наверное, удивительно не то, что вот эти захоронения есть, то, что в Буче происходило, а то, что, кстати, меня за это, собственно, и преследуют, за геноцид в Буче, они так написали в бумажках по статье 207.3, ну, это сейчас такая расхожая статья за распространение недостоверной информации о российской армии. Ну, бог с ним, это-то они свое дело делают, а, понимаете, реакции нет. Нет реакции. Вот, казалось бы, славяне режут славян. Зачем они это делают? Зачем они туда приехали? К чему это все? Что это должно дать? Вообще удивительно. Поразительно, когда в 21 веке люди заняты вот резкой. Понимаете? Что вас поразило тогда, удивило? Ну, чаще, понимаете, разговоры, общение, потому что это солдаты, офицеры, с которыми ты встречаешься. Большая часть они все на русском разговаривают, кстати. Тоже удивительная вещь. Да? До сих пор. Не, ну, а в армии, в украинской, по разным оценкам, от 50 до 60% это люди, которые говорят на русском языке. Ну, сложно сказать, вы понимаете, границы, кто из них русский, кто украинец, там, по фамилии не определишь. И стоит с другой стороны, почитайте списки фамилий, и они все какие-то украинские. Ну, на восприятие. Угу. А что там, сильно отличается один от другого. Криворучка от Дорошенко, причем у них фамилии одинаковые. На лицо, знаете, сильно-то русского от украинца не отличишь. Вот. А по разговору, по его вот, ощущению того, что происходит, потому как он относится к что свобода, что не свобода, как жить, благополучие, что такое, сильно отличается. То есть украинец, он европейский, он с тобой спокоен, там о каких-то вещах разговаривает, связанных там с Европой. А вот у меня там жена в Европе. Там вот она где-то живет, где-нибудь в Амстердаме с ребенком или где-нибудь в Ганновере. Там. Но она потому что была вынуждена уехать. Конечно, да. То есть 9 миллионов выехало. Ну, представляете, где-нибудь какой-то оренбуржец, который осознает ценность Запада, там, что-то такое, начнет вам рассказывать. Вы можете себе такое представить? Нет. А вот украинцы могут так начать разговаривать, там, какие-нибудь выборах, что-то там, что что-то не так. Ну как, это уже другой человек. Ну вот смотрите, судите сами. Вот Северный кореец и Южный кореец. Угу. Ну вот часто сравнивают, потому да, что, да. Ну казалось бы, они одна же... Нация, один, да. Абсолютно. Язык один, все одно там. Культурный код один. Ну, ментальность определенная. Ну она была такой, там, с конца 40-50, когда война началась. И чем они отличались? Вы видите, они даже морфологически, генетически уже отличались. Эти вот такие, а эти высокие. Это как вот солдат показывает. Угу. Ну понятно, не доедают, там еще что-то. Но они уже меняются, нация другая. Угу. Вот, видимо, нечто подобное же произошло и между русскими и украинцами. Насколько мобилизация там сейчас повлияла на людей? Мобилизация – вопрос болезненный. Он везде и всегда болезненный. Мне кажется, что это преувеличенная такая оценка, что, значит, люди там прям все поголовно уклоняются от мобилизации, не хотят воевать. Вот. Какая-то часть, безусловно, сложно ее оценить в процентах, действительно не в состоянии, не чувствует в себе сил отправиться на войну. Причем далеко же не все идут на передовую и там в штурмовых подразделениях. Да. Речь идет о тех, что и тыловое обеспечение и так далее. Я многих военных знаю, которые мобилизованы и совершенно не обязательно находятся на передовой. Но
Безусловно, мобилизация, вот ожидаем мобилизации 500-тысячная, пока еще дискуссия продолжается внутри украинского политикума по поводу нее, она сильно влияет. Украинский резерв, он не так велик, я имею в виду людской, humanity, потому что все-таки Россия больше, это 3,5 раза больше страна, поэтому очень чувствительно. Это вопрос очень чувствительный, но во всяком случае вот эту мобилизацию предстоящую в 500 тысяч Украина проведет. Она этот резерв изыщет. Дальше будет гораздо хуже, намного хуже. Но люди, как бы, я не знаю, есть ли те, кто не идет, соглашаются идти в тюрьму, но не на войну там? Наверное, такие случаи есть, но они не массовые. Вообще не массовые. Мы видим, там люди пытаются выехать из Украины мужскому населению, там, в пределах возраста, нельзя выезжать. Запрет на выезд, но тем не менее, ну, есть, конечно, безусловно, есть люди, которые не хотят воевать, им страшно, они по каким-то своим причинам не желают отправляться на фронт, мобилизовываться и так далее. Конечно, есть. В отличие от российской мобилизации, вот, ну, как вот, во-первых, в чем разница? Во-первых, материальная мотивированность. Потому что вот в России эксплуатируют деньги, вот эти деньги, да. Все-таки в украинской армии тоже платят деньги, но это не главный, так сказать, мотив, побуждающий человека мобилизовываться, отправляться на фронт. А там, кстати, какая сумма, знаете? Она больше средней заработной платы, конечно. Это сравнимо с деньгами, которые он платит в России? Да, это сопоставимо. Это в пределах 120 тысяч. До 200 тысяч в России платят рублей. Да, да, да. Ну, понимаете, курс меняется, но да. Это, ну, примерно что-то, 2 тысячи долларов, 2,5 тысячи долларов. Я думаю, да, это сопоставимо. Но это деньги, которые Запад дает. Вот. На эти деньги семьи живут. Этих мобилизованных, военнослужащих и так далее. Там нет уголовников. То есть Украина, несмотря даже на такое тяжелое положение, не прибегает к тому, чтобы лиц осужденных привлечь к войне. И видите, как Залужный высказался, главком, да, что никогда. То есть это не такая вещь, что на войну отправляют как на смерть, на каторгу, там, как наказание. Все-таки она должна оставаться долгом. Долгом для защиты Родины. Вот такой мотивации должна быть. В России главное – это переработка живого материала в неживой. То есть совершенно не считаться с отбираемым ресурсом людским. В Украине такого все-таки нет. Но как думаете, какой сегодня процент у мирного населения людей, которые бы уже давно хотели подписать просто мирный договор, отдать там территории? Да, 20%. Которые сейчас занято оккупированы. Вы знаете, такой процент есть, но он незначительный. Это факт. Иначе бы их голоса были слышнее. Они не определяющие. Поэтому есть какой-то процент. Люди как устали. Думаете, что именно так и закончится эта война? И Россия объявит, что она всего добилась, чего хотела, и победила. Для этого должна Украина с этим согласиться. Понимаете? А можно объявить хоть завтра. А что дальше-то? На фронте-то бои не прекратятся. Москва это осознает. Москва бы удовлетворилась как промежуточным финалом тем, что она достигла, но не тем, что 80% контролируемой официальным Киевом территории Украины и ее суверенитет стали бы частью западного ареала, ушли бы на Запад. С этим Москва не согласится. Потому что зачем все затевалось? Затевалось не для того, чтобы 20% откусить, а чтобы не было Украины как суверенного государства, как части Запада. Если вы даже оставив за собой, как он говорил, бассейн Азовского моря, никому не удалось добиться сделать его внутренним морем, а я вот, даже Петру не удалось, а я вот добился, сказал Путин, то это обманчивая такая попытка публично оправдаться. Они, конечно, и Путин это осознает, что если вот 80% Украины уйдет на Запад, и через какое-то время, это не сразу, можно будет увидеть разницу между тем, что осталось, чем стало, то это будет Северная и Южная Корея. Ну, по-другому, конечно, безусловно, без азиатских особенностей, но это будет Северная и Южная Корея. И если в Северной Корее там, семейство Кимов, оно не рефлексирует, ну, в силу ментальных особенностей в России рефлексия будет по этому поводу. Как же так? Почему, как говорится, победители живут хуже побежденных? Ну, это старая сказка. Угу. Если бы люди говорили, слушайте, нам предлагают отдать эти 20%, завершить все миром, а дальше мы, как суверенная нация, делаем, что захотим. Идем, куда захотим, интегрируемся, куда захотим. НАТО, не НАТО. Но нет такого предложения, понимаете? Его же нет.
Предложение-то другое. Мы забираем ваши 20%, вы от них отказываетесь. Это Крым, Донбасс, часть Запорожской и Херсонской области. Причем там еще разговор идет всю Донецкую отдать. То есть те части неоккупированные, которые под контролем официального Киева. И еще должен быть нейтральный статус, демилитаризация, там армию чуть ли не свести до 120, там чуть ли даже не меньше тысяч единиц личного состава, отправить все вооружение обратно. Финляндизация только в самом худшем ее виде. Mm. В самом худшем ее виде. Но надо быть идиотом, чтобы не понимать, что это предпосылка для новой войны как раз. Как раз новой войны не будет, если Украина там 85% или там, чуть меньше, или чуть больше отправится как раз в Североатлантический альянс. Тогда точно войны не будет. Ну, послушайте, вот страны Балтии, никакой войны там нет. Да, риски всегда есть. И сейчас это острая проблема Сулакского коридора и так далее. Сейчас там они учения вон проводят на 100 тысяч военнослужащих, 90 с чем-то. НАТО проводит. Ну, ничего себе. То есть готовы защищать, они демонстрируют. Понятно, что все эти учения нужны прежде всего для демонстрации силы. А Украина уже воюет. Вот в чем вся ее проблема. Как раз без этой крыши альянса ничего не будет. И поэтому те, кто призывают пойти на мирные переговоры, понимаете, они не предлагают ничего конкретного. Потому что та сторона, прежде всего Москва, не хочет компромиссов. Переговоры — это всегда компромисс. Это всегда обоюдные уступки. В чем уступки со стороны Москвы? Они хотят всего, а пожертвовать, мы, говорит, тогда на Киев не пойдем. Это воздух, понимаете? Торговлю воздухом. На это никто не согласится. Поэтому эти голоса и не авторитетные. Они плохо слышны, хотя фамилии мы эти знаем. Друзья, в этом выпуске у нас снова нет рекламной интеграции. В каком-то смысле мы его сделали исключительно благодаря вам. От лица всей команды «А поговорить» я хочу сказать спасибо каждому спонсору канала. Вы цените независимую журналистику, а мы ценим ваше доверие и поддержку. И, как видите, они приносят плоды. Всем, кто оформил регулярные пожертвования нашему каналу, доступны приятные бонусы, ранние премьеры видео и эксклюзивный контент. Мы уже выложили на всех спонсорских платформах разговор с биологом Иваном Затевахиным об удивительном мире дельфинов и китов и интервью с научной журналисткой Асей Казанцевой про беременность, роды и смысл материнства. Напоминаю, если вы в России, оформить регулярные пожертвования каналу можно на сервисе Boosty. Это просто и удобно. Если же вы за пределами России, то у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете стать нашими патронами на платформе Patreon. А во-вторых, стать спонсором «А поговорить» можно прямо здесь, в Ютубе. Достаточно нажать на кнопку «Спонсировать». А еще благодаря кнопке «Спасибо» создателям канала можно отправлять разовые пожертвования в любом размере. Спасибо, что смотрите нас. Мы работаем для вас. Мы ценим вашу помощь. Мы ваши агенты. И больше ничьи. Ссылка на все варианты поддержки вы найдете в описании к этому видео и в описании канала. Вы в последнее время, значит, занимаетесь своим YouTube-каналом, угу. Очень много вещаете об Украине. Да. Причем, я бы сказала, именно уже с украинской оптикой. Не с российской оптикой, как, не знаю, Невзоров тот же, например, а именно с украинской оптикой. Вы с чем это связываете? Почему я именно так вам интересно? Я думаю, это заблуждение. Это заблуждение. Я никогда не переставал быть российским гражданином. У меня единственное гражданство, никогда другого не было. Волей обстоятельств я покинул Россию, поскольку меня преследовали. С Украиной я, конечно, связан, потому что с 2014 года я защищаю политзаключенных. Защищал политзаключенных украинских. Это были военные, крымские татары, сотрудники украинских спецслужб, которые оказались на территории Российской Федерации. Все так. Но я не переставал никогда быть российским оппозиционером, российским гражданином. И вот я считаю, вот вы сказали, это оптика, а я считаю, что это единственная верная оценка публичная, с которой можно выступать по отношению к российской власти. Это не про украинскую позицию, это про фейгинскую позицию, я сам за себя. Но, понимаете, такого рода оценки чаще Кремль мне раздает. Да, вот я вот почитал сейчас материал своего заочного дела, там 200 с лишним страниц, который был представлен в арестный материал в Османном суде. И там они даже используют какой-то там публичный материал, ну, пропагандистский, что я... по-видимому, имею украинское гражданство, что я живу на территории Украины, что я скрылся на территории Украины. Я вообще никогда не жил в Украине. Я не находился там дольше, там, я не знаю, там, двух недель, вот сейчас последний раз, когда был в ноябре на линии фронта. А то, что меня в Украине ценят, и то, что реально меня в Украине любят,
А это же не сетевая любовь, где пополам хейтеров с обожателями, эпигонами. А там в реальной жизни это все по-другому. Действительно, украинцы относятся ко мне как к своему. Но вы сегодня себя считаете все-таки российским блогером, не украинским? Нет, нет, ни в коем случае. Украинский блогер, если уж мы так пытаемся классифицировать, это все-таки человек, область интересов которого связана именно с Украиной. И как гражданин, язык, это очень важно, нужно вещать на украинском языке. Это, скажем так, будущее, которое ты связываешь с Украиной. Я занимаюсь этим не для ништяков, которые я могу получить от Киева, понимаете? Это мои убеждения, я вот так вижу. Угу. Я считаю, что это совершенно людоедская война, затеянная Путиным, Кремлем, которая против интересов самих русских. Вот. Сейчас никто это, может, большинство и не понимает. Но когда-то поймет же, когда-то же оценит. Скажешь, ой, ужас, что там творилось, да, офигенно ты говорил, да. Я считаю, что все, что я делаю, делается во благо именно русского обывателя, русских, которые живут в России. Они просто счастье своего не осознают от того, что, чем я занимаюсь. Ну, когда-нибудь осознают, осознают. Не, ну, расскажите мне, как российскому обывателю, что вы сделали для меня за эти 2 года? Не для украинцев, а для россиян. Я, знаете, не за 2 года, я за всю свою жизнь очень многое сделал. Да, если не говорить о том, что я защищал их права, я пытался каким-то образом изменить эту уродливую политическую систему, так, чтобы она была по отношению к ним дружелюбной. Я хотел, чтобы те несчастья, которые вызваны хоть войной, хоть их реальной жизнью обывательской, да, уменьшились. То есть их как бы власть, которая, в общем, ответственно является источником их бед, она сильно изменилась. Что касается 2 лет войны, все, что хотите. Начиная от того, что бессмысленность этой войны, а уж кто, как и я, является главным об этом источником рассказа. Спасал, пытался спасти их жизнь. Их же мобилизовывают, то есть их убивают. Человек, которого мобилизовали, отправили на фронт, он же умирает. Да. А я говорю, что этого не надо делать. А я объясняю, почему этого не надо делать. А я делаю так, чтобы появилось как можно больше людей, которые бы так же считали в самой России. То есть я спасаю их жизни. А это можно оценить как-то, не знаю, в процентном, в количественном соотношении, сколько жизней вы спасли? Нет. Нет, это умозрительная оценка. Но определенно, что если мы воспринимаем такую роль, публичную роль, как незаменимую в том ее смысле, что если бы этого не было, то было бы много хуже. Я сужу об обратной связи, потому что я в этом информационном обмене с людьми, которые меня смотрят, нахожусь. Они же мне пишут, они рассказывают, когда я говорил, что в эту страну надо ехать, в эту не надо, с какими документами убыть, что оставить, а что бросить. Причем это касается же не только войны, это вот начиная, там, не знаю, года с 18-го. Так. И те, кто ко мне прислушались, нашли возможность меня отблагодарить. Ну, понятно, что это благодарность такая, душевная, материальная. Но все равно же, значит, кому-то-то я точно помог. А вы когда рассказываете об Украине, вы выбираете слова? Если я не самоцензурирую вообще. То есть вы не делаете это с оглядкой, что вот у вас все-таки есть взгляд со стороны, и все-таки а там вот увидят, и больше меня в Украину не пустят. Получается, тогда я такой некий проукраинский, но такой украинский, который приискивает какого-то интереса, понимаете, вот материального или какого-то такого, знаете, расположения. А я же говорю, что я же гражданство не стремлюсь. Да нет, я же не и про поехать деньги. В Украину, если меня вдруг по каким-то причинам не дадут визу и не пустят, значит, я не поеду в Украину. Ну, я как журналист. Ну, вот у тебя есть источник, и ты как бы ну, не можешь сильно я понимаю, на этот логику, источник наезжать. Я понимаю, что, о чем вы говорите, но, понимаете, я, если начну себя цензурировать и какие-то вещи такого рода себе отказывать выражать свободно, ценность снизится моментально. Например, вот такой лакмус. Вот говорят, в период с 2014 года я проходил в Украине, когда говорили, что это вот такая российская демшиза нас настроит на какую-то будущую войну с Россией. Чего вы тут все время выдумываете? Был такой там... Ну, я точно так же говорил, потому что люди, оставшиеся украинские граждане,
в Крыму, которые там якобы голосуют, ну там, наверное, какая-то часть поддерживала оккупацию и дальнейшую интеграцию России, присоединение к России. Я же говорил, что вы конченые идиоты. Как можно ехать в этот концлагерь? Тут у вас свобода, а там вот будет вот это. При всех издержках, там, коррупции, там, кумовстве, чиновники, идиоты. Более того, я даже с властью, с украинской, разные периоды проходил. Вот Порошенко, у меня с ним отношения, мягко говоря, сильно не сложились. Но я же не менял взглядов и не говорил ничего в угоду тому, чтобы потешить самолюбие или потрофить вот этому руководству. Если завтра представить, что Зеленский пойдет на переговоры с Путиным там, или народ Украины это поддержит, я скажу, вы идиоты. Не делайте этого. Вы просто идиоты. Вот я так и скажу. Прямо на своем канале. Я много раз это говорил. И не будет такого, что я, ой, меня куда-то не пустят. Ну, по большому счету, я в Европе живу. Понимаете? Но я скажу, что вы совершаете величайшую глупость. Ну, то есть вы хотите сказать, что вы абсолютно свободны сегодня в своих суждениях по поводу Украины? Да. Я думаю, что я абсолютно свободен. Я пристрастен. Вот это очень важно. Понимаете, это часто выглядит как ангажемент. Вот меня упрекали в дуэте с Арестовичем, потому что, ну вот есть Коношенков, а вы с другой стороны. Я не работаю на госпропаганде, я не получаю ни одной копейки. И никогда не получал от Украины. Ни разу. Да, это мое убеждение. Я пристрастный человек, но я же не претендую на роль журналиста. Уже не рассчитывается, Ирю, что мы им отдадим Херсонскую, там, Донецкую, Луганскую, Крым и Запорожскую. Беда-то не в этом, Алексей. А он, да. Он не только хочет, чтобы ему отдали эти области, он хочет добиться и второй части плана, чтобы разговоры о членстве в НАТО, о демилитаризации и так далее. Да, то есть это должны быть тоже удовлетворены эти. Он, а он, это невозможно, в принципе, даже еще больше, чем просто территориальная потеря. Поэтому, конечно, можно затеять переговоры, но проблема в том, что он идет лесом на этих переговорах. Если про Алексея Арестович. Давай. Значит, не знаю, связываете ли вы успех своих стримов так, изначальных с вашим могу дуэтом, ответить. Что YouTube, ваш YouTube-канал взлетел? Связываете? До известной степени. Но это, повторяю, это моя идея-то. Не, ну, дуэт сложился. Сложился бесспорно, конечно. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, эфир юбилейный. С Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать. Добрый вечер всем. Мы же год назад вышли, да? Первый день для нас был четвертый день войны. Четвертый день войны – это был первый эфир наш. Да, там сильно первые три дня, мягко говоря, были сильно заняты. Не до того, да. Более того, Алексей Арестович – талантливый человек. И в определенном отношении даже талантливее меня. Ну, так вот влиять на аудиторию, там ее часть, во всяком случае женскую, это надо обладать ну, каким-то невероятным, я не знаю, невероятными, так сказать, способностями. Это правда, что отрицать-то, конечно. Что случилось? Ну, понимаете, это давно уже складывалось. Я думаю, главной предпосылкой был его уход из офиса президента. Опять же, не это было главное, но он потерял источники информации. Он и до этого имел, их испытывал. А война началась, у него была сводка закрытая генштаба. Вот. Он не все мог ее рассказывать, но он ее почитывал в телефоне и какие-то вещи действительно выдавал. Информационно это было важно. Другое дело, что роль-то решающая была именно в вот этом успокоении, вот этом плацебо, которое дало эту возможность людям ну, преодолеть некую депрессию. Да? А потом он так вот посчитал, что он станет президентом Украины, что он вот выдающийся не такой блогер или там, не знаю, представитель информационного сектора власти, а он вот политик самостоятельный, который может просто-напросто манипулировать в степени, которая позволит ему достичь высших должностей в украинском государстве, выборных должностей. Это явно, очевидно, контрастировало с задачами, которые были у этого дуэта Фейгина-Арестовича. Явно контрастировало. Потому что ты тогда входишь в конфликт с этой действительно властью. Тогда не очень понятно, так сказать, идет война. Главная задача – это, прежде всего, освещение войны достоверное. Пусть пристрастное, но все-таки достоверное. То есть мы против фактов не шли никогда. А тут ты выискиваешь специально поводы, за что критиковать власть. Неважно, сдадут, как он говорил, Авдеевку за 2 месяца, или там мобилизация никому не нужна, коррупция во власти, Зеленский диктатор, это все. И вот цитаты после уже нашего дуэта. Ну, не говоря уже о том, что никогда нельзя говорить то, что прямо противоречит, прямо перпендикулярно тому, что ты говорил до этого.
Причем это объясняет тем, что так было надо. То есть ты сознательно обрекаешь себя на некое манипулирование. За 2-3 недели война закончится, еще что-нибудь. Я-то вот всегда говорю только то, что думаю. Поэтому я ценен этой принципиальности. Я никогда не менял своих взглядов, не менял своих убеждений. Вообще никогда. То есть вы не найдете цитату, ну, Путин не такой плохой, давайте что-нибудь. Тут не все так однозначно. И это как бы стало до известной степени критическим. Потом начались взаимные претензии. Вот. Кто тут главный, кто будет определять. Я говорю, я даже не обсуждать этого не буду. Это я все затеял, это я тебя пригласил. Вот у тебя свой канал. Ты там можешь, значит, сонно, значит, что-то пересказывать. Это пожалуйста. Но у меня вот будет по моим правилам. То есть скажет ли кто-то, что это были и личные противоречия? Конечно. Безусловно. Была ли это борьба тщеславия каких-то? До известной степени, конечно. Но еще раз повторяю, вся задача за 1,5 года выполнена была. Дальше у этого резерва просто не было. У этого диалога, у этого дуэта просто не осталось ресурса. Он еще, если бы война закончилась раньше за год, ну и аминь, как говорится. Ну а что, а если она 10 лет будет продолжаться, я что, обречен, что с ним сидеть в дуэте? Ну а что, может, вы какая-то люлика-болика все время? Там есть и другие примеры, так сказать. Нас чуть ли не сводили в пару, там, но я хочу сказать, вы знаете, у меня другие планы на жизнь, точно не с боликом. Как вы воспринимаете его сегодняшнюю повестку и риторику, что он идет против руководства Украины и вообще что-то начал какие-то пропутинские речи? Это я знал, что это будет. Я-то знал, конечно, я знал, что он пойдет против. Какие-то вещи даже для меня дикими выглядят. Да? Когда он, например, заявил, что нам вместе с Путиным надо подать иск к Западу. Понятно, что это контекстуально, по-своему интерпретируют. Но что это за политик, что это за блогер, слова которого интерпретируют так, что он должен раз за разом оправдываться и переобъяснять, что он имел в виду не это. Угу. Но вещей-то это не единично было, это много раз было. Поэтому я полагаю, что он идет по своей какой-то там, я не знаю, линии. Эта линия абсолютно перпендикулярной линии общественного мнения в Украине. Он, кстати, а что вдруг случилось? Почему человек взял и просто на противоположное свое мнение меняет? Дело в том, что он в жизни так уже делал. Он уже не раз менял эти убеждения, двигался в одну сторону, потом разворачивался, двигался в обратную. Если вы посмотрите на его биографию, это с ним бывало. Но мне казалось, война – это такой острый момент, это такая фаза, где это непозволительно. Но потом все закончится, потом и дело это. А он вот почему-то решил... Я не берусь судить, так сказать. Тут черти что говорят, я не присоединяюсь к разговору, что он агент там ФСБ и так далее. Нет, я так не считаю. Но то, что этот человек в этом смысле непосредственно, публично, ну, получается так. Он сейчас набирает свои политические очки или теряет? Нет, он все потерял. В Украине абсолютно. Понимаете, иногда складывается иллюзия, что он как блогер конвертирует эти зрительские симпатии или там, зрительское внимание в голоса поддержки политической. А это вообще не так. Блогерство не конвертируется в чистом виде, в прямую на политическую поддержку. Этого нет. Нигде, ни у кого. Ни у меня, ни у других политических блогеров. Это не равно твоей поддержке среди избирателей. Mm-hmm. Ну, просто в России нет свободных выборов. Это умозрительное рассуждение. В Украине это имеет значение. Но я убежден, что вот то, что ему там приписывают не больше 1% поддержки, даже меньше сейчас, уже 0,8%. Я думаю, это очень комплиментарная цифра. Я думаю, реально еще меньше. Падает ли популярность Зеленского? Я бы сказал, что, конечно, если говорить о цифрах, о рейтингах, то я не думаю, что это существенное изменение. Но, скажем так, чем дольше война длится, тем больше сосредотачивается на Зеленском ответственность за все, что происходит. Вообще даже к чему он не имеет отношения. Mm. То, за что прощали, то, на что закрывали глаза, конечно, будут ему все больше предъявлять. Ну, например, коррупция. Он, может, сам-то, естественно, не является там, ее частью. Да, там. Но где-то там что-то происходит, ответственность будет теперь всецело на него. Ну, все больше будет. Я все чаще слышу от украинцев в частных разговорах, которые говорят, что там еще больше, что все разворовывается, и все поставки из-за границы, и все такое. Но это не один человек, таких много мнений было. Я думаю, какое-то основание под этим есть. Угу. Потому что коррупция в Украине – это как национальный спорт. Я, кстати, не преувеличивал в сравнении с Россией.
В России это даже масштабнее. Уродится всего, как мы говорим, с убытков. Но в Украине эта болезнь не воспринимается. В России к этому относятся как-то, знаете, так. Ну, что делать? Без этого же вообще ничего не будет работать. Это всю мою жизнь это сопровождает. Что не подмажешь, не поедешь. А в Украине более болезненно. А денег стало больше за счет помощи Запада. Наверное, соблазнов больше. А я бы сказал, что вопросы коррупции не первостепенны. Все-таки вопросы войны, мира, гибель людей, положение на фронте более важны. Но то, что с этим люди хотят разобраться по окончании войны, после войны, это точно. И Запад будет разбираться. И понимаете, как нельзя будет уклониться, сказать, ой, вы знаете, это не я, там, это не про меня. Мне кажется, что у Зеленского представление об этом есть, он это все осознает. Вот. Но то, что ему не удалось справиться с коррупцией, это факт. Легион Свободы России. Так. Вы с ним как-то связаны? Да. Что, каким образом? Ну, во-первых, я там много раз выступал, связан с командованием Легиона Свободы России. Я, так сказать, поддерживал их информационно и всяким другим образом. Давайте расскажем, что это за легион такой, чем он занимается, кто его создал. Это военное подразделение в составе ВСУ, состоящее из россиян. Это очень небольшое численное соединение, это несколько сот человек. В основном это были те россияне, которые с 2014 года переехали, граждане Российской Федерации, на территорию Украины, но были и за эти два года приехавшие из самой России. Такие тоже есть. Я с этими курсантами встречался несколько раз. Да. Это люди, перебравшиеся, даже девушки были. Mm-hmm. Перебравшиеся из России кружным путем, прошедшие фильтры, проверки в составе этого легиона, участвующие в боевых действиях на стороне Украины по линии, вдоль всей линии фронта. Но эти люди там просто по духу своему? Или им тоже платят деньги? Украинская сторона, я не знаю. Как. Нет, конечно, это идейные люди, потому что, знаете, ни за какие деньги не поедешь с риском быть убитым, да, погибнуть. Деньги платятся, как всем, но это небольшие деньги. Это не такие даже деньги, которые платятся военнослужащим ВСУ. Я думаю, это меньшие деньги. Но, повторяю, это не за деньги все-таки. Можно, знаете, в Европе гораздо больше денег заработать, не отправляясь на войну в Украину. Поверьте мне. Что за идейные люди, которые идут воевать и стрелять в своих же? Ну, во-первых, мы их всех знаем, так или иначе. Мы о категориях людей. Это люди, которые не примеряют власть в России, Путина и войну. И таких немало, даже по оценкам. Но они же не на Путина идут. Они идут на простых ребят, которых также мобилизовали. А, вот. Значит, идейно это люди, которые убеждены, что войну можно прекратить войной. То есть они не из тех, кто будет стоять просто с плакатами и убеждать вот этих других ребят не воевать. А это первое. То есть для этого нужно и внутренне иметь чувство готовности взять в руки оружие и воевать. Во-вторых, что касается вот этой внутренней нравственной дилеммы против своих. Это вечная история, вообще вечная. Начиная там от Мазепы и заканчивая РОА в период Второй мировой войны и там по революционным периодам, революционным периодам, когда свой на своего шел. Можно ли это считать родом гражданской войны? Отчасти. Если гражданская война полыхнет в России, то тоже свой на своего пойдет и свой своего убивать будет. Сама Москва попала в идеологическую ловушку. Они же говорят, украинцы – это же те же русские, но только плохие. Mm. Да? И что в Украине гражданская война? Ребята, дорогие, так а что вы тогда? Значит, против вас воюют совершенно законным образом. Свои же против своих. И в этом нет. Нет ничего дающего называть их мезопатриотами. Да? Мезопатрия – это обратный патриотизм, так сказать, пренебрежение отечеством. Нет, но они же воюют прежде всего за идею. Стрелять своих. Ну, так ведь и то же самое, это, получается, делают российские военнослужащие. Стрелять тоже в своих. Ну, по логике того, что говорит Кремль. Свой против своего, брат против брата. Поэтому, ну, знаете, если бы инопланетяне прилетели, это одно. Но здесь-то вы же говорите, что украинцы – это недоделанные русские.
Поэтому вы сами дали такую возможность, такое обоснование этим людям взять в руки оружие. Но я думаю, что они не имеют своей цели убивать русских. Все-таки это вынужденная мера, потому что эти подразделения не приезжали в Подмосковье или там в Ростовскую область. Все-таки они находились на территории суверенной Украины. А вот российские войска посланы, причем посланы принудительно, на то, чтобы захватывать соседние пределы. И поэтому, знаете, на войне тут либо ты, либо тебя. Тут нужно принять правила игры. А потом, вы знаете, Ленин вообще, он от немцев взял немецкие марки, 50 миллионов от кайзера. А стал основателем советского государства. Лежит в мавзолее, полеживает. Так что победитель определяет, кто прав, кто виноват, кто предатель, а кто патриот. Вот если Путин проиграет, вот эти люди будут героями. Около Кремлевской стены их похоронят. И эти люди верят, что они победят. Они говорят, послушай, что говорят, дойдем до Москвы. А вам-то зачем вот, заниматься этим легионом? Нет, я не занимаюсь, я не его руководитель и не являюсь... Оказывать им информационную поддержку. Меня за это, кстати, и преследуют. Ну, я имею в виду вот эти дела. Там написано, что я там был на линии боевого соприкосновения, неоднократно взаимодействовал с Главным собором России. А я считаю, что режим в России свергнется только вооруженным путем. Я не верю ни в какие выборы, ни в какие мирные протесты. Не верю, и все. И поэтому считаю, что прообразом той силы, которая справится с нынешней властью в России, будет какая-то военная сила. Легион – это инструмент в решении этой главной задачи. Как только в России полыхнет гражданская война, и если в ней будет принимать участие Легион Свободы России, я к ним присоединюсь. Внутри России. У вас в России есть близкие? Остались? У меня есть близкие в России. И вы, несмотря на это, вы как бы говорите, знаете, о том, что надо идти туда с оружием. Как говорил Солженицын, когда грозили убить его детей, он сказал, ешьте, людоеды. Попадал в стрельную дубу, но в другой редакции. Все будет по правилам определенным. Вы, вас. Поэтому это идейная борьба. Если ее готовы опрокинуть в такое, чтобы расправляться с близкими, ну, власть-то мы русскую знаем исторически. Черт, что она делала? Ну, хорошо. Тогда и ответ будет соответствующий. Давайте уж так. А если я все время буду оглядываться на все на свете, а кто-то оглядывается на квартиры, понимаете? Вот я, например, на агента не ставлю вот эту балалайку про то, что мой материал не помечаю. Я уже тут цитировал Бунина, который говорил, что телеграмму, где помещик послал, значит, крестьянам, все, забирайте, жгите усадьбу, все, оставьте березку, чтобы лозой вас хлестать, и одну елку, где я вас повешу. Все заберите. Все забирайте. Все не жалко. Ну что, родных тоже не жалко? Бессмысленно об этом рассуждать, понимаете? А они здесь могут их убить. А что мы тогда можем изменить в России, если мы ставим перед собой такую задачу? Вот что мы можем изменить? То есть мы должны опять начать играть по правилам этой власти. Она вечно нас будет держать на этом крючке. Вечно нами вертеть. И я все время должен по этому поводу идти против своих убеждений. Правильно? То есть идти против своих взглядов. Но я так делать не буду. Нужно когда-то принять волевое решение. Нужно окончательно согласиться с тем, что любые средства могут быть употреблены для того, чтобы изменить это положение. А там, глядишь, может, и власть одумается. Вот умрет Путин. А другие скажут, а зачем нам это все надо? Может, не будем так делать, а? Не будем доводить до края? Можете ли вы как-то оценить сегодняшнее положение дел в Украине? Все ли так, как нам рассказывают, в плане того, что там уже полное разочарование, и вот как бы все идет к ниспадающей? Украине усталость от войны есть. Нелепо говорить о том, что ее нет. Понимаете, гибнут люди, мобилизация. Кстати, погибли одни сыновья, ушел там муж, там еще что-то. Это, безусловно, конечно, сказывается. Сказывается и очень чувствительно на ситуацию, на атмосфере. Но еще раз повторяю, что они-то в безвыходном положении. То есть понимание того, что ты можешь устать, тебя все может раздражать, а ты можешь ощущать, ну, там, непереносимость всей этой войны и всех ее ужасов, там, обстрелов там, и так далее. Но деваться некуда. И вот эта безвыходность, с одной стороны, казалось бы, она такая, чувство-то энтропийное, а что делать, а куда деваться? Она, тем не менее, в общем, мобилизует сильнее.
То есть люди находят в себе новые силы для того, чтобы не поддаваться унынию, не разочаровываться, продолжать что-то делать. Что-то делать. Потому что, ну вот, знаете, даже, ну ладно, военный. Военный в окопе, ему что? Ему воевать и умирать. Угу. А вот люди, которые в Киеве, да, и периодически подвергаются бомбежкам, ракетным обстрелам и так далее, ну, казалось бы, они-то могут себе позволить психоз такой откровенный, да? А мы-то что ж, вот, пошел в садик, на работу, и бац, ракеты. Но, тем не менее, этого не происходит. То есть, привычка ли это, или же это так дух себя проявляет. Но люди же не бунтуют, они продолжают, собственно говоря, держаться за собственную веру. А вот, что это все закончится, морок закончится, что Украина останется. Это их держит. Вот это и есть минутка. Да-да, точно. Где там? Это был. А, мы вышли. Кстати, по поводу чеченской кампании. Mm-hmm. Вы можете сравнить ту кампанию, на которую вы приезжали, с гуманитарной миссией, если можно сказать, да, дипломатической? Методы войны тогда, угу, России и сегодня, они одинаковые или... Да, они, в принципе, к сожалению, одинаковые. Разницы я не вижу. Масштаб другой. Там все-таки это был локальный масштаб. Я вот помню, мы приехали, это было горное село. Со мной были журналисты, естественно. Стали фотографии. И обстрел неожиданно начался. Ну, авиационный налет, точнее. И падают бомбы, штуки 3 или 4 просто сбросили в пустую эти бомбы. Причем одни вообще куда-то в поле, вторая убивает корову. Я подхожу, мы подходим, снимаем, убитая корова, разъятая. Значит, тушь коровы. Все, корова еле дышит уже, умирает. Ну, казалось бы, зачем они забрасывали эти бомбы? Какое-то село Шато-Борзое, где это, что это? Ну, это конец января, начало февраля 95-го года. Абсолютно бессмысленно и так далее. А здесь, представьте, удесятеренный, вот, я не знаю, на порядке увеличенный масштаб этого всего. Бессмысленности и так далее. Ну, хорошо, там были времена, еще советское наследство, удерживать Чечню, чтобы не дать повод другим и так далее. А тут прошло уже 30 с лишним лет с момента независимости Украины. И затеять эту восточноевропейскую войну, то есть вот получается, что прогресса в сознании, во всяком случае, ладно, власти, но людей-то не произошло никакого. Воюют вот именно что насилием, страхом, вот заставить, согнуть, подчинить, вот такое. По-моему, это осталось. В Чечне стреляли по мирным? Да, безусловно, конечно. По мирным населению стреляли. Ну, Чечня меньше, вы представляете, в каких масштабах меньше. Поэтому погибло, наверное, меньше, но кровь лилось сопоставимо. Что были за дипломатические миссии в Чечню? Зачем вам это было нужно в свое время? Они не дипломатические были. Это скорее миротворческие миссии. Ну, миротворческие. Да, скорее потому что... Но это было ведь в период моего депутатства. Я был депутатом Государственной Думы. На это депутатство, это первая Государственная Дума была, короткая, 93-95 годов, ну, до января 96-го. Я стоял во фракции «Выбор России». Дело в том, что предпосылкой к тому была позиция фракции, это точно, она была, в общем, антивоенная в целом. Но у меня избиратели были из Самарской области, родом из Самары, из 81-го полка, из Черноречия. Это Самарская область, часть стояла с 31-го, 94-го декабря на 1 января. Они въезжали вот по этой знаменитой Крескому, так называемому, проспекту Хрущева, и очень многие погибли. Но по тем временам просто колоссальное количество, сотни людей погибли. Колоссальное, тогда это считалось. Mm-hmm. Вот. И оказались в плену. Списки мне дали военнослужащих из 81-го полка, которые оказались в плену у чеченской стороны. Ну и как бы избиратели начали там мой кабинет атаковать, что помогите, а какой еще вариант? Вот пропали, не отвечают. И я поехал первый раз и начал договариваться об освобождении этих людей. И тогда еще это было возможно. Просто освободить без всякого обмена и так далее. Ничего этого не было. Все. Ну, депутат. И только во вторую поездку, к концу января, я снова поехал, мне отдали военнослужащего.
Масхадов отдал. Гемодеева его фамилия. Угу. Его мать ждала во втором горбольнице в штабе Масхадова. Он был тогда звание дивизионного генерала, начальник штаба был. Где пленили? Вокруг Президентского или в Жадовый зал? В центре где-то. Медпомощь оказали? Да, сразу. Сразу же оказались. Пытали, издевались? Нет, не издевались. Хватит мужества еще раз прийти? Нет, больше не помню. Передаем от вас непосредственно вашей матери в присутствии депутата Государственной Думы. Именно а вы к Масхадову лично ходили? Да, я с Масхадовым встречался, у меня видеозапись выложена, разговоров с ним и так далее. Что это была за встреча, по ощущению вашему? А, он был молчаливый человек, в общем, больше слушал. Он такой был советский офицер. А, мы обсуждали войну, мы обсуждали пленных и так далее. Я бы сказал, что более интересный был разговор с Яндарбиевым. Это в первую поездку я встречался, он был вице-президентом. Вот этот, да, он был поэтом, это был человек, который претендовал на некое интеллектуальное какое-то начало. И мы много разговаривали о кавказских войнах, там еще о чем-то. Вот Яндарбиев был, действительно, это был интересный разговор. Такой больше познавательный. Вот. Масхадов был очень практический человек в этом смысле. И он меня там накормил обедом, я помню, какой-то рис мы ели, какой-то там. Женщина приготовит там рис с перцем. С Яндарбиевым что было для вас интересного такого? Что вот о кавказских войнах? Он говорит, вы со своим русским миром. Он не обвинял меня. Ну, извините. Или как, что? Нет, меня он не обвинял. Он как раз считал, что вот есть верхушка руководства российского, которая предприняла эту безумную затею, никому не нужную, что чеченский народ впервые там за несколько веков получил возможность избавиться от власти Москвы, что стремится к независимости. Ну, такие, в общем, лозунгами он разговаривал. А вот. Зачем они вообще с вами разговаривали? У вас есть? Вы знаете, это был начальный период войны, они еще как-то считали, что, ну, вот депутаты, это ж экзотика, но ни с того ни с сего какие-то депутаты ездят там. Война идет, тут рядом все рвется, значит, обстрелы идут там, из градов тогда сильно палили. А его какие-то депутаты с удостоверениями. Но а я вы не как, был вы единственным. Просто взяли и переехали, или это так же, как с Украины сейчас делается? Не-не-не, там было проще. Там было проще, потому что хаос был невероятный. Хаос был невероятный. Я ездил не один, со мной была группа журналистов. И сопровождающий был человек из пресс-центра в Ингушетии. Там все сидели, вот, и оттуда катались, вот ездили. Ну, небольшое расстояние от Ингушетии, от Назрани до Грозного. То есть вы там не ночевали, вы приезжали? Не-не-не, вот мне пришлось ночевать. В первую поездку я два раза переночевал. Это было в Ачхой-Мартане одна ночь, по-моему. Ну, там они принимали, знакомые, все родственники, знаете, приехали. А вот здесь можно переночевать, там переночевать. А второй раз я в нескольких местах жил, да. В Грозном жил. Я жил там... В одно из сел, когда мы ездили за выбирать военнослужащего, это было родовое село как раз Масхадова, он попросил, и мы переночевали где-то у его дальних, там, каких-то родственников, там, что-то такое, совсем дальних. Mm-hmm. Вот. Это недалеко от Грозного все, естественно. А вот то видео, которое вы выкладываете, да. Вы там в шапке, в таком полусовке. Такая, по-моему. Вы что-то все ходите, там стреляют, здесь собака мертвая, там... Да, да, это был самый центр Грозного, это минутка. Чего вы там шлялись? Это был фильм, потом его снимали, со мной были журналисты, которые записывали фильм. И просто по дороге съемки шли, ну, снимали все подряд, немножко так это все было. Да, экзотически. Но... Просто хаоса очень много было. Я вот, например, ехал, последний пост был, и мне офицер подошел на обратном уже пути. Причем МЧС ездил, постоянно курсировал МЧС ингушский. И, собственно, с ними в колонии с ингушским МЧС, который вывозил там людей, меня офицеры спрашивают, ну вот депутат, ну там что, в Грозном, они уже все сдались, там все кончилось уже. А он какой-то там, не знаю, старший лейтенант, что-то такое. А кто тебе это сказал? Ну, нам сказало руководство, что недели они все сдадутся, мы домой поедем.
Так что хаос был невероятный, информации было мало. В этом смысле Украина в нынешнем виде, конечно, полноценное государство, все очень дисциплинировано, очень все грамотно построено, полноценная армия. И воюет очень-очень профессионально. Как этот военнопленный? Вы с ним общаетесь? Нет, я с ним не общаюсь. Он остался в Самарской области. Он, по-моему, там живет. Он куда-то закончил железнодорожный то ли техникум, то ли что-то. Но это 90-е годы. По-моему, женился. Это татарская семья из большой глушицы. У него мать русская была, отец татарин. Как сложилась его судьба, даже не знаю. Кимодеев. Но тогда это было мало? Один солдат тогда это было мало? Один это было нормально. Или это было уже как... Это было нормально. Там счет шел общее число пленных. Было там несколько десятков на тот момент. И это было нормально. Нет. Ну, я сделал то, что мог. Я бы с радостью бы сделал больше, но что было, то было. Тут как бы, знаете, что делать. Он был раненый, его привезли. Он... У него были прострелены ноги. Вот в период движения колонны с 31 на 1. Угу. Вот. Но он так еле ходил, так с палкой. Ну, доехали, все, его поместили в военный госпиталь. И он благополучно вылечился. Ну, такой незаметный паренек. Ну, тогда-то вам было страшно? Или опять нет, вы уже опять тертый калач? Ну, как-то, знаете, как-то я... Ну, не знаю, я, понимаете, отличаю человеческий страх, когда, ну, рвутся снаряды, там что-то такое рядом, прилетают где-то недалеко, 200 метров. Это да, у каждого человека сжимается все, подпрыгивают внутренние органы. Это чувство абсолютно у всех. Это физиология. А так, чтобы как-то бояться, что-то особенно нет. Не помню такого. Не помню. Ваша первая война боснийская. Угу. Так. Туда-то вы что поехали? Ну, это вот как раз больше более случай. То есть это все-таки больше такое, я бы сказал, наследство бурного времени. То есть это точно было не так, чтобы сильно осознанно. Я бы не преувеличивал этой степени. Ну, как-то с ребятами все, я и поехал. Ну, я состоял в политическом движении, антисоветской организации, Народно-трудовой союз, это была иммигрантская организация. А что это за организация? Ну, это старинная организация, она с 30-х годов существует в эмиграции. Это, скажем так, дети белых эмигрантов, РОВСа. Очень многие были из РОВСа, Российского общевоенского союза. И к тому моменту это была главная антисоветская организация за рубежом. Она усилила сильно свои позиции после Второй мировой войны. И по линии этой организации, да, я оказался... Ну, я принадлежал к радикальным антикоммунистическим объединениям. Это такая биография у меня. Я вот был антикоммунистом завзятым таким. Угу. Антисоветчиком. Я стал студентом университета. До этого я уже как бы состоял там в ряде организаций. Ну, такая бурная молодость была. Такое вот, знаете... Такая, ну, вы были антикоммунистом, антисоветчиком, да. И чего вы собирались делать в этой организации? Там были какие-то такие революционные... Да, конечно. То есть вы были даже руководителем? В местной ячейке, да. Потом я даже Павловскую организацию возглавлял. Да-да-да. Это были ячейки по всей стране. Это не то, что была какая-то отдельная организация. Это центры были большие в Москве, в Казани, в Питере. Ну, как это выглядело? Вы раз в день, там, в неделю собираетесь, и что? Ну, собрание проводят. Ну, как думаете, как свергнуть советскую власть? Не, ну, митинг, пикеты, всякие такие политические тусовки какие-то. То есть вот приветствовалась идейность такая. Вот. Так нужно какая у вас была идея? А, ну, свержение коммунистической власти, чтобы ее не было. Какими путями? Ну, разными. Там тогда, знаете, настроения были тоже достаточно радикальными. Вооруженными, опять. А, вы знаете, ведь так же все и сложилось к августу 91 года. Все уже понимали, к чему-то такому идет. Вот когда говорят, что ой, как неожиданно путь включился. Не, ничего подобного. Ничего подобного. Меня в этот момент уже преследовали местные КГБ. Вот. У нас прошло серия митингов и демонстраций, и пикетов за свержение вооруженным путем. И они за мной пришли прямо 19 августа. Я уже сбежал в Москву. Я понял, что керосином пахнет. Мы провели митинг. И я сбежал в Москву. А оружие вы где брали? Нет, все отдавали себе отчет, что оружие есть на складах государственных. Так. И при определенном складывании обстоятельств, безусловно, все считали, что оружие возьмут именно с государственных ресурсов. А вы с митингами выходили с желанием показать, что вы готовы?
Ну хорошо, вот давайте, смотрите, в новые времена, чтобы было понятно. Вот пример. 24 июня 2023 года. Пригожин. В составе, ну там Уткин этим командовал, около 2,5, говорят, ну может быть 3000 человек в колонии двигались на Москву. Представим себе, что вот конкретно в Ступино завязались бы бои. Я думаю, там и дальше бы они доехали до МКАД где-нибудь. Их бы там уже начали останавливать, какие-то перестрелки начались. Ну, не представляю. Но в условиях этого хаоса вдруг, откуда ни возьмись, появились и такие, и сякие, и оружие вдруг возникло бы. Понимаете? Угу. Все и всегда, в том числе, продается. Все можно купить, поверьте мне. Ну, за большие деньги можно купить. И в России, в нынешней, поверьте мне, если дойдет до резкого, вы удивитесь, откуда появятся такие тонны грузовики с оружием за небольшие деньги. Угу. Тонны оружия появятся из ниоткуда. Потому что просто заплатят деньги, вот и все. Мне лично Егор Тимурович Гайдар рассказывал, что в октябре 93 года он распорядился, и Шойгу, глава МЧС, привезли во двор значит, мэрии Москвы, вот это известное здание на Тверской, несколько грузовиков с оружием, около 5000 единиц автоматов, чтобы раздавать пришедшим защищать демократию и Ельцина москвичам это оружие. Но этого не понадобилось. Скажите мне, это предпосылка гражданской войны или нет? Конечно. Ну, все, так вот вы говорите, откуда возьмется оружие? Сама власть его и раздаст. Одна или другая. Вот как они это делают. Хорошо, вот ваши ячейки НДС. У кого возникает идея, едем на бастинскую кампанию? Ну, это было несколько человек, которые просто туда до этого отправились, потом следующие поехали. Такое это было, были идейные соображения? Ну, было преимущество тогда, это, безусловно, были идейные соображения. Конечно. Вы считали эту войну своей? Ну, слушайте, какую своей? Нет. А что это за идейные соображения-то? Люди исходили из того, что война эта, она задевает интересы какой-то части славян и так далее. Ну, это, по-моему, больше заблуждения были, так что что об этом говорить? Сейчас пытаюсь понять. То есть это было как... Нам кажется, что сербы имеют право на государство, и мы должны помочь нашим братьям просто. Или это были юные парни, которые просто хотели посмотреть четкую войну. И те, и другие. Вы как и те, и другие. А я посередине находился. Я посередине находился, потому что я вообще не строил дальнейших планов на нахождение в России. Я мог двинуться дальше. Меня это больше даже привлекало. Я не так был убежден, что после событий августа 91-го вообще таким, как я, есть место в России. Ну, это авантюра чистая была, ну, что-то. Поэтому... А я много переосмыслил после этого. Я понял, что подобные вещи, они во вред идут сильно. Вот. Вам сегодня стыдно за те вещи? Нет, ни в коем случае. Нет, я не испытываю чувство стыда. Это неправильный глагол. Ну, вы говорите, что это было неправильно. Или как бы там... Ну, понимаете как, нельзя уже случившееся с тобой... задним числом пытаться оправдываться за него и так далее. Я не хочу этого Нет, делать. Наоборот. Вы честно говорите, что это была ошибка? Ну, я не говорю, что это ошибка. Я просто бы не поступил бы так же, если бы я сейчас в свои 52 года бы решал бы для себя это. Ну, потому что это ну, не моя была война во многом. Так что, наверное, от этого лучше было отказаться. Но тогда так все не выглядело. Просто сейчас многие это оценивают с точки зрения того, что происходит прямо сейчас. Понимаете? Вот люди так же воюют. Вот вы смотрите, едут добровольцы и соответствующие иностранные соединения есть, состоящие из иностранцев в Украине. Угу. И никому не входит в голову там их упрекать, а что вы поехали, не ваша война. Понимаете? Мы когда приехали, мы увидели, что это обычная гражданская война. И поверьте мне, там с двух сторон участвовали и те, и другие. Например, за сербов воевали мусульмане, Фикрета Аджича. Кто сейчас об этом знает? Никто не знает. А я это видел своими глазами. А вы знали, что Ратко Младич как бы вот совершает геноцид? Как потом это было сказали? В 95-м году. Я уже, уже в момент два года был депутатом Государственной Думы. Как, поэтому... как вы отнеслись к этим новостям? Ну, видите как, я считал и считаю, что да, за военные преступления все должны быть наказаны. Да неважно, вот сейчас в Украине совершают военные преступления, за них надо наказывать. Вот и все. Поэтому то, что Международный суд был создан, он, конечно, имел крен в сторону сербов. Сербов осудили больше. Но ведь осуждали и мусульман, и хорватов. Всех. То есть это война по бывшей Югославии. Конечно, за военные преступления, которые были совершены в
Сребреницы и Жепы, да, нужно было наказать всех, кто за нее ответственен, что делать. Ну, вы хотите сказать, что вначале никаких таких намеков, когда вы ничего там были, даже не было? Нет, была военная полиция, она вообще следила, чтобы никто даже в другом месте не плюнул в другую сторону. И за это вообще могли там забрать, черт знает куда, и ты бы не скоро бы вышел. Савая, сербская военная полиция. Такая сильная форма у меня такая была. Сколько вы там пробовали? Я пробовал несколько месяцев. Ну, считайте, где-то там с мая я приехал, да, май, июнь, июль. И что делали? Ну, позиции просто сидел в районе Вогощи. Ничего. Ну, стреляли? Все стреляют, это же война. Мне нравится, с каким нескрываемым удовольствием вы описываете любые военные действия. Я пытаюсь понять, у вас реально такой интерес к войне? То есть вот это третья война. Первый раз вы там были как солдат. Да. Второй раз, значит... Как депутат. Как депутат, это была миротворческая. Да. Сейчас вы в информационных войсках. Как бы у вас действительно вот как понятие война как-то привлекает? Смотрите, я к этому отношусь следующим образом. Всю мою жизнь война сопровождает не потому, что я такой, а потому что так устроена человеческая жизнь вокруг нас, людей. Мы живем в эпицентре, в очаге, я бы даже сказал, вечных этих войн. Сама человеческая природа, она порождает их, и она и после нас будет такой же эта жизнь. Но хуже то, что вообще бывшее пространство восточного лагеря, бывшего СССР и так далее, оно живет этой войной. Война – это не просто продолжение политики, это ее замена. И дело в том, что я часть этой судьбы, распавшейся огромной этой страны, слава богу, что она распалась, это Советский Союз, почил он в Бозе, и, как говорится, провались он пропадом. И вот я так был воспитан, вокруг меня, вокруг вся война была. У меня все близкие, и по матери, и по отцу все военные. Понимаете? Ну, в разной степени вовлеченные, кто с гражданской начиная, кто во Вторую мировую, все воевали. Я копался в генеалогическом древе, они все участвовали, во всех войнах они участвовали. Причем и русские, мать меня русская, отец еврей, и они и те, и другие, все со всех сторон. Ну, евреи больше по принуждению, видимо. Загоняли, и в русско-турецкой войне какие-то предки участвовали, там, ну, гражданское говорить нечего. Вот. И Первая мировая участвовали, и во Второй мировой участвовали. Генетическое ли это наследство, я не знаю. Оно, конечно, пагубное, безусловно, но что с этим делать? И ведь, смотрите, жизнь-то не меняется. И все продолжается. А вот наши дети, а внуки? Представляете, они же будут ее тоже... И, там, дети по чеченским двум войнам, внуки по украинской войне. И так и до бесконечности. И что, это закончится? Ничего не закончится. Поэтому я войну принимаю такой, какая она есть. Мне вот претит вот такой педалированный пацифизм. Давайте вот все бороться за мир, чтобы войн вообще не было. А кто-нибудь верит, что такое возможно? Ну, я верю в дипломатию. Она сильно вообще как бы помогла вот в случае с последней, идущей сейчас войной в Украине. Но смотрите, на Кавказе мне старики говорили, когда я был во время войны, что вот у них такая поговорка, ну, чеченский, видно, перевод, она, может, коряво звучит, что войну можно остановить только войной. Ну, то есть, если ты войну не начнешь, ты эту войну не остановишь. Это говорит о чем? О том, что, ну, если уж люди воюют, то ничего с этим не поделаешь. Надо уж дать им отвоеваться, что называется, чтобы уж... не о чем было сожалеть. Да, погибнут люди, но они все равно погибают. Вот смотрите, за эту войну уже 500 000 погибло. Еще с другой стороны. Это «Гардиан» написал. Ну, сейчас уже больше, конечно. Потому что это периоды, может быть, лета еще. Начало осени. 500 000 человек за 2 года. Ну, меньше даже, чем 2 года. 500 000. И что? И как это остановить? Какой дипломатии? Как вот вы Путину внушите, что нужно бы как-то вот да 500 000 не убивать? Да уже это поздно, что ну вот. Вначале. А поэтому война является продолжением, собственно говоря, политики, которая вот, негодной политики, которую, в общем, проводит Москва. Никаких других объяснений здесь нет. Если бы Путин не затеял эту войну, никакой войны бы не было. Все, ну вы же так в Боснию ехали, видимо, за какими-то чувствами, эмоциями. Я не знаю, что там у молодого парня как бы... Я вам, знаете, какую вещь расскажу лучше? Вот у меня со мной сослуживец был, он из Афганистана был, там. Угу. И вот мы приезжаем в сборный пункт, нас уже переодели, мы уже в военной форме. Я очень молодой человек, ну что я там, да? А он уже постарше, он на 5 лет меня старше.
И нам выдают тогда такой, ну, это даже не багет, а такая, как булка такая длинная, белая, хлеба. И такая баночка паштета была. Ну, куриный, наверное, паштет. Я не знаю, может, из печени, может, просто куриный какой-то паштет. Ну, я, как вы же понимаете, очень молодой человек, и я всегда был такой большой. Я просто вот, я даже не скажу, что проглатываю, я просто вот так это прям раз, провалилось, и паштет я вот вскрыл и сразу съел. И все. И у меня опять чувство голода. А он, будучи взрослым человеком, отслужившим в Афганистане во время войны, он прапорщиком там был. А он мне потом говорит, не переживай. Он ломает булку, отдает мне эту половину свою булку. Я говорю, я не возьму. Я съел свою, я не буду твою брать. А, ну, салат ночью уже. Выглядит сухпай, так называемый. Угу. Говорю, бери. Ты молодой, ты вот возьми эту полбулки, вот тебе паштет половину. Так, ну, замочил, там, зацепил и вот отдал. Но я так для вида сопротивлялся, потом опрокинул ей эти полбулки. Я к тому, что эмоции эмоциями, но война, она так причудливо меняет и характер, и отношение к жизни, что есть чему поучиться. Вот я урок оттуда вынес. И такой, и другой, и сякой. И знаете, какое самое главное? Что война – самое поганое дело, которым должен заниматься человек. Что никому она на пользу не идет. Знаете, какая разница между Шаламовым и Солженицыным? Солженицын говорит, опыт тюрьмы очень хороший, нужный. Человек все-таки как-то через катарсис проходит. Он потом книгу написал «Раковый корпус», если вы помните, что переживший этот рак и так далее. Ну, там в реальной жизни только отзвуки этого, только напоминают биографию самого Александра Александровича. А Варлам Шаламов написал, что это плохо для всех. И те, кто охраняет, те, кто сидит, это негодно совершенно. Да, ломает. Так я вам скажу, что война, слава богу, что она была, для того, чтобы понять, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. И замечу, все последующие свою жизнь я делал все то, что можно было считать миротворчеством, пацифизмом или там чем угодно. Что ничего хорошего эта ваша война не дает. Поэтому если даже у меня и были какие-то юношеские, в молодом возрасте горячность какая-то, да, то я очень быстро это преодолел. Поняв, что войны затеваются людьми, которые не сильно печалятся о тех, кто на них погибает, вот таких молодых людях. Поэтому на самом деле этот опыт не пропал даром. Зря не прошел. В какой момент вы приняли решение уехать с этой войны? Из Боснии? Да. А события начались, и стало понятно, что скоро в России будет почище. И оно как бы в этом направлении, события октября 93-го, они об этом были именно об этом. Да. Ну, просто все быстро закончилось новыми выборами, и так случайностью больше сложилось обстоятельство, что я в этих выборах принял участие и по списку прошел. А кто-нибудь погиб на ваших глазах? Там в Боснии? Да. Ну, там погибали люди, да. Это не мои товарищи, там погибали другие люди. Да, но вы это первый раз в жизни видели? Да, я видел. Там в день, когда я прибыл на позицию, там прострелили в живот человека, его отвезли. Я не видел, как он уже умирал, но ему попала пуля в живот. И мне сказали, что он... Ну, просто вот Ремарк кучу книг написал об этом чувстве. Я читал. Когда ты первый раз видишь на войне там... Я в этом смысле малочувствительный человек. Даже в первый раз. И в первый, и в десятый. Я вот нет. Ну, как к этому можно подготовиться? Ну как? Ну, люди погибают, люди умирают. Что теперь делаешь? Ну, одно дело, там старики своей смертью умирают. Другое дело, молодой парень перед тобой вот стоял живой, и вот уже нет. И даже первый раз вас это не тронуло, и не страшно, неприятно. Я понимал, что я на войне, и тут люди погибают. И я ничего не чувствовал в этом смысле. Ну что... Когда вы первый раз выстрелили в человека, вы что-нибудь чувствовали? Ну, понимаете, я находился на позициях, мы обстреливали их позиции, обстреливали наши позиции. Ничего здесь такого, чтобы я вот в первый раз кого-то конкретно стрелял, такого не было. Не было этого. То есть вы куда-то стреляли? Ну, это стреляет туда, в ту сторону. То есть вот опять же то, что описывает Ремарк, выстреливает. И нет, вот целый диалог с нет, тем, кого он нет. убил. И... Знаете, реальная война – это не литература. Хотя Ремарк, безусловно, на Западном фронте и другие произведения, безусловно, отражают то, что происходило в Первую мировую. И, наверное, найдется автор, который расскажет и об этой войне и так далее. Но я этого не испытывал, мне этого не было. Итак, с чего началось, в принципе, это дело? 21 февраля этого года, в период
политических выборов. Давайте поговорим о вашей адвокатской деятельности. Да, вот если посмотреть на список ваших подзащитных, создается впечатление, что вы специально выбирали более политические дела, что ли, чтобы как-то, я не знаю, засветиться или что? Почему вы не брали обычные, негромкие? Почему настолько? Значит, во-первых, я занимался только политическими делами. В храме Христа Спасителя наши подзащитные пришли туда, как на одну из своих политических акций, и участвовали в этой политической акции, действительно эпатажной, весьма нонконформистской, далеко не всеми разделяемой с точки зрения выбора места, времени. Не то, что я их выбирал, а я занимался только ими. Я не занимался ни коммерческим делом, ни общеуголовным, ни какими-то другими. Только политическим делом. Поэтому вопрос выбора не стоял, поскольку я родоначальник политической адвокатуры, а это предполагает занятие только политическими делами, по политическим мотивам или непосредственно политическими делами, ну, если мы говорим о уголовном преследовании таких людей в России. Это первое. Второе. А почему эти дела становились громкими? Во многом они становились именно потому, что я ими занимался. Не наоборот. Вы их специально делали громкими? Или? Да. Да. Потому что уже в России 10-х годов по политическим делам не было никакого правосудия. Я считаю, его и по другим делам не было, но неважно. Его не было никакого. Вот это была главная иллюзия, когда говорили о том, что нет, вот там надо было представить какой-то набор процессуальных доказательств, и все было бы хорошо, и суд бы, вот он все бы принял. Ответственно вам говорю, не было этого. И я это понимал, и власть это понимала, и судьи это понимали, и все это понимали. Что значит нет суда? Ну, нет суда, как конституционной ветви власти, как орган отправления правосудия, его просто нет. И как раз для того, чтобы человеку помочь, нужно было использовать политические инструменты для решения юридических вопросов. То есть давление должно быть в такой степени, что не важно, что там принимает суд, а те, кто за ним стоит, политическая власть, должны принять решение об освобождении этого человека. Потому что им так выгоднее, потому что им так удобнее. Потому что это несет меньше издержек. Но вам в этом было интересно именно адвокатская деятельность? Или все-таки вы метили в политику вернуться? Угу. И вам вот за счет этого очень хотелось как бы политически... Потому что многие там дела, когда... Ну, те же пуссирайт. Такое ощущение, что вы хотели еще подогреть тот протест, который шел в этот момент на улицах. И вот за счет этого громкого дела я еще как бы повлияю на тех, кто на улице, и таким образом наберу политический вес. Совершенно верно. Окей. Именно так. Ну, насчет политического веса, знаете, в России с весом... Ну, что ж. Конвертировать некуда. А куда? Что? Ну, хорошо. Я получал порции хейта и порции восхищения совершенно в одинаковом соотношении. То есть я не избалован был, знаете. Меня поливали из бронзбойта и по сей день поливают. Так что другое дело, что вы совершенно правильно говорите. Конечно, дело пуссирайт нужно было для того, чтобы разогреть протест. Для того, чтобы укрупнить это дело от кощунец в храме до масштаба чуть ли не там мифологического. Да? Противостояние власти и общества, противостояние молодых женщин и... Лубянки, там, чекистов и так далее, Кремля. Конечно. Так, естественно, так в этом и был инструмент. Масштабируя это дело, я давал шанс на спасение, с одной стороны, частной отдельной жизни своего подзащитного, своего доверителя, и одновременно с тем помогал этому самому протесту осознать себя, что нужно изменить всю систему. И, безусловно, посредством этих дел, согласие с моих подзащитных, я воевал не только за их освобождение, за их спасение, но и с самой системой, чтобы эта система разрушилась. А это был ваш продуманный план заранее, что я иду в адвокаты, меняю сферу деятельности, и вот так я смогу повлиять на политику. Раз так не получается из там, кабинетов Думы, да, я сюда приду. Ну, скажем так, до известной степени, потому что вот в этом есть какое-то, знаете, как будто я купил диплом в переходе и пошел в адвокаты. Это же не так. Я к этому моменту... Такие дела с купленным переходом. Нет, ну, я утрирую, но я был адвокатом, потому что я имел юридическое образование, я был кандидатом юридических наук, я имел опыт законодателя, как депутат Государственной Думы. Я
считаю себя очень хорошим юристом, несмотря на то, что меня всегда почему-то отказывали в этом качестве, но как раз юристы я был очень хороший, предельно хороший юрист. Ну, евреи вообще очень хорошие юристы. Не все, конечно, не все. Вот, поэтому на самом деле, конечно, но безусловно, что я посредством этого инструмента смогу добиться гораздо большего политически. И для меня политика была важнейшей составляющей этих дел. Важнейшей, центральной. То есть вам нравилось именно собственное участие в большой политике? Безусловно. Понимаете, если мы сводим это к самолюбию, моему честолюбию, ну, нелепо представить себе, что человек нечистолюбивый занялся бы всей этой сферой. Ну, согласитесь, как-то это вообще уже... Ну, наверное, такие случаи были, но что-то они как-то не очень успешно были даже для подзащитных. Я бы не выпячивал, не пытался это представить только ради этого честолюбия занять этими делами. Это была большая какая-то работа, в которой был это отдельный элемент, тоже важный. Мое удовлетворение тщеславия или самолюбия – это только маленький элемент, не самый главный. Важный, но не самый главный. Главное – это было сразиться с системой, преодолеть ее. И когда она отпускала очередного моего подзащитного, обменивала, это было результатом моей работы. Это было с Пусси Райот, когда их... Все-таки я уже не был адвокатом, но год и 10 месяцев. Представляете, какие эти вегетарианские сроки. Дали 2, отсидели это Лаконникова год и 10 месяцев и Алехина. Но это вообще ничего. И когда их выпустили, амнистировав под Олимпиаду, да, значит, зимнюю, а это был результат. Когда Савченко обменяли на 2 военнослужащих, российских. Это тоже был результат. Но это обмен, это ваш результат? Или про, это результат моей деятельности. Потому что при вас их сажали как раз. Моя задача была не в том, чтобы оправдательный приговор добиться. Это было невозможно. Я же об этом и говорю. Угу. Они бы все равно были осуждены, что Савченко, что Сущенко, что Умеров. Но их всех обменяли. Сущенко дали 12 лет, его обменяли. Савченко дали 20 лет, ее обменяли. 18, по-моему, дали. Ее обменяли. Так я закладывался на этот обмен изначально. То есть надо было раздуть это дело до мировых, да, масштабов, чтобы мировая так. общественность влияла уже, ну, на там, знаете, политику. В каких случаях мировая общественность, как это было с Пусси Райотом, а в каких-то случаях политический истеблишмент, западный и всякий другой, влиял там. По делу Сущенко, это президент Макрон очень многое сделал, почти решающим образом. А что касается дела Савченко, там президент Обама повлиял, поговорил в марте с Путиным по телефону, а до этого я поговорил с его помощницей Селестой Воландер в National Council. И она пообещала, что этот вопрос будет решен где-то к маю. Так оно и произошло. Они в мае после приговора, формальный приговор был обвинительным, она была фактически против даже ее воли формально помилована и обменена на этих двоих военнослужащих и российских. Что случилось с Пусси Райот? Почему вы поругались там все? А сейчас, кстати, отношения восстановлены. Я вот разговаривал с Толоконниковой. Мы с ней побеседовали. Это было пару месяцев назад. Первый раз? За это время, да. С Алехиной у меня нормальные вроде отношения. Мы с ней периодически так где-то пересекались. Один раз, по-моему, или два. Вот. А произошло все очень просто, как и раньше эта история. Просто время все расставило, как обычно, свои места. Как я много раз говорю. Ну, известная история. Органы оперативные сильно повлияли на этот процесс путем того, что одну из участниц они просто развели на действия против остальных участников, против адвокатов. Это не секрет. Ну, что это за история, что вы хотели присвоить себе это вот безумие. В брендах, кстати, находятся Толоконниковы и Алехина. У Алехина в Европе, у Толоконниковы в Америке. Нет, ну а что это такое? Ну, они выдумали это все, органы вбросили в прессу. Вот. И все. Но нужно было погубить весь этот процесс, чтобы, ну, как сказать, бросить комья вот этого дерьма на вот всю эту защиту. И надо сказать, что многое удалось, потому что и изнутри, и снаружи. А ничего, это была история фантомная. Она была придумана вообще о том, что давайте будем регистрировать бренд Pussy Riot. Это безумие полное, потому что если кто знает английский язык, понимает, что такое Pussy Riot. Угу. Да? Значит, давайте его зарегистрируем, тем самым власть испугается. Причем это было согласовано, естественно, с ними в тюрьме. Они подписали бумаги, да, давай, там, делай, я это все публиковал. Для того, чтобы они сказали, слушайте, давайте уже это все прекратим, давайте их отпустим, хоть вот этого еще у нас головной боли не будет. А почему? Потому что это чревато было фильмом в Голливуде, я вел переговоры о фильме. Вот, успешные. В HarperCollins в издательстве должна была появиться книга, которая должна была быть сценарием.
Вот. Ну и они решили пойти по пути, что якобы вот адвокаты, я конкретно или там другие адвокаты, хотят захватить этот бренд, продавать, что там, продавать, получать деньги. Ну, такое вот все. И в общем, ну, это всегда оперативные службы выдумывали какую-то такую историю и, значит, загоняли ее общественность. Потом мне потихоньку говорили, ну да, Марк, что-то я как-то, ну, не знаю, все побежали, я побежал. Вот так. Да. Вот. Но девочки от вас отказались, тем не менее. А, Толоконникова и Алехина. Толоконникова, точнее. Мы с ней разошлись, это было обоюдно, да, и под воздействием этого суд закончился. В декабре следующего года уже была освобождена и уехала за границу. Там был какой-то конфликт Толоконниковой с Верзиловым, что да, тот хочет прибрать к себе бренд Pussy Riot. У них был личный такой, мне кажется, личный. Вы решили помочь девочкам и зарегистрировать этот бренд Pussy Riot на себя? Нет, не на себя. Я на себя вообще ничего не вижу, на юрлицо, которое в договоре указывает, что в их интересах действует и передает им бренд, как только они выходят из тюрьмы. Это договор полноценный. Но в этот момент Толоконникова сказала, что вы хотите это брать. Нет, Толоконникова меня никогда в этом не обвиняла. А что за... Вообще никогда. Толоконникова знала все от и до. Меня обвинили посторонние лица в том, что я хочу присвоить бренд, торговую марку Pussy Riot. А девочки поверили? Нет, нет. Так а почему они отказались? Ну, потому что такая была договоренность ее с ее сторонниками, что давайте мы это изменим и так далее. То есть это... Что изменит-то? Ну, давайте мы снимем этот конфликт тем, что, значит, адвокаты уйдут. Это обоюдно. У нас с Толоконниковой была договоренность, конечно. Уж. Давай я уйду, и тогда хейт снимется. И так оно и произошло. Мы ушли, бренды, конечно, остались на Толоконниковой и Алехиной. Они их зарегистрировали, и все. И как мы и договаривались изначально, никаких новых проблем не возникло. Никаких брендов не было, никто их не регистрировал. Вот в чем все дело-то. Как можно зарегистрировать бренд, которого нет? Его никто не регистрирует. Патентное имя это называется. Оно зарегистрировано сейчас Толоконниковой и Алехиной по их выходе. Все нормально. С ними все хорошо. О чем вы разговаривали с Толоконниковой 2 месяца? Ну, у нас планы были совместные. Вот, насколько я понимаю, Толоконникова хочет делать на одной из сериалов. Делать она пишет, пишет сценарий, если я все правильно понял. Но, по-моему, он в таком каком-то зачаточном состоянии. Я не исключаю, что будет моя работа. Консультантом? Вот. Не-не-не, я напишу свою отдельную книгу. У меня есть заказ. Да. У меня есть заказ. Про дело Pussy Riot. Про дело Pussy Riot, да. И я не исключаю, что может появиться и такая книга. Является то, что вот помимо показаний, о которых мой скажет коллега Илья Новик, который подробно готовился к показаниям Надежды Савченко. Это детский сад, это позорно. Ну, с этого все началось. Дело, которое начинается так, обычно хорошо не заканчивается. Как вы поругались с Ильей Новиком? Приступая к этому делу, мы с Ильей Новиком? Я вообще никак, ну, как бы мы разошлись окончательно и бесповоротно, потому что Илья Новиков пошел в свою сторону, я пошел в свою сторону. Подождите, вы обвинили его в шпионаже? Нет, ну, шпионаже это какие-то слова. В том, слова, что он работает на российское правительство. Нет, с Ильей Новиковым, он меня очень просил взять его в дело Савченко, я это сделал. А вот, ну, вот сейчас уже, по прошествии лет, я могу сказать и славу. Ну, как говорится, он не соблюл договоренности, ну и аминь с ним. Ну и, как говорится, на здоровье. Вот и все. Я уже даже эту историю не хочу педалировать, тем более он теперь украинский адвокат, вот претендует на украинское гражданство, зачем же мне его сейчас поливать и так далее. Ну и аминь, как говорится, и пусть будет украинцем. Я остаюсь россиянином. Секундочку. Вы человек, который обвинили Илью в том, что он работает, значит, на российское правительство, на Медведчука, и вот эта вся история. Медведчук о нем комплиментарно отзывался, да, публично. Сегодня этот человек в Украине, он оттуда не уехал. Да, он там работает, насколько я понимаю. Вы можете отказаться от своих слов, которые вы сказали? Нет, нет, смотрите, там немножко не так было. Я говорил о том, что он действительно связан с некоторыми лицами из администрации президента, но это не секрет по линии «что, где, когда». Он действительно общался с неким Борщевским таким небезызвестным, который является чиновником администрации президента. Ну, у них там в одной команде и комплиментарные отношения. Ну, слушайте, но одно дело общаться с Борщевским, другое дело работать на Российскую Федерацию. Нет, нет, там все было гораздо сложнее, но времена-то изменились, человек отказался от этого всего. Он так же, как и я, лишен адвокатского статуса. Он так же, как и я, иноагент, я так понимаю, да? Я вот не знаю. Не знаю, надо проверить, да. Он там типа чуть ли не в розыске или даже уже осужден по статье, аналогичной моей. Ну, зачем же я его буду в чем-то обвинять? То есть он как бы получил телегу вот этого
село дерьма, значит, вдогонку. Ну, по моей вот этике это неправильно. Сейчас что-то кидать в адрес такого человека. Ну, я так понимаю, мириться вы с ним не пытались? Нет, нет, нет. Там личное есть, поэтому. А зачем? Что значит личное? Ну, как бы неприязнь есть взаимная, поэтому я не обязан с ним мириться. Это совершенно не обязательно. Он без меня проживет как-нибудь. Ну, то есть вы еще чисто по-человечески поругались? Не только как да, два адвоката, конечно. Которые поделили поляну? Нет, не поделили поляну. Он работал в моем деле, в которое он упросил меня его взять. Я его взял в это дело. Зачем ему это было? Ну, потому что он был неизвестный в тот момент адвокат, а я был знаменитый адвокат. И, и он нарушил договоренности, что является очень-очень-очень плохо. И он начал делать какие-то вещи самостоятельно, не согласовывая со мной. Человеком, к которому он пришел, сказал, что да, будет соблюдать все эти договоренности. И будет слушать, какую линию выстраивать защиты единообразно. Потому что я ее определял. Нельзя нарушать договоренности. В моем представлении, люди, когда договорились о чем-то, самое худшее, что они могут сделать, это не соблюдать эти договоренности. У вас же еще было несколько конфликтов с адвокатом. Знаете, за жизнь-то много чего наделали. Один из таких конфликтов стоил вам статуса адвоката. Так, ну давайте, расскажите. Это конфликт вокруг блогера Шари. Вы обвинили его в педофилии. Так. У вас были доказательства? Значит, во-первых, кто такой Шари? Вот сейчас аудитория смотрит, ну, какого-то Шари обвинили в педофилии. В смысле, какого-то Шари? Да, значит, это известный вот Шари обвинил в педофилии его сестра, а не я. Потому что я с ним, извините, в это не вовлекался никаким боком. То есть у вас доказательств нет? Нет, секунду. Его обвинил в этом его сестра. Угу. А поскольку, зная, как говорится, портрет моральный вот этого персонажа, у меня нет ни единого сомнения сомневаться в достоверности слов его сестры, о чем я всегда и говорил. О том, что, естественно, я со свечкой не стоял, но вот как-то сестре его, зная вот этого персонажа, я верю. Вот я лично, я верю. А если кому-то не верит, это... Он был агентурным фигурой, это не секрет. И сейчас он преследуется украинскими органами власти. У него несколько дел, это штук 10 дел. СБУ за измену родине, у него госизмена статья, да? И за связь со спецслужбами, с российскими, ну, в частности, он организовывал разговоры с военнопленными украинскими уже после начала войны и занимался даже торговлей там, значит, всякими вещами, связанными с этим. На это доказательство у вас есть? Это уже не слова это, его сестры. Да, есть уголовное дело, возбужденное СБУ, поэтому любого можно адресовать в интернет и все это прочитать в деталях. Там даже опубликовано постановление о его привлечении в качестве такового лица. А что касается педофилии, вы понимаете, я же не уклоняюсь от ответа. Еще раз, вы меня спрашиваете, считаю ли я его педофилом? Да, я его считаю педофилом. Вот это мое мнение, оно не менялось, и не буду его менять ни к чему угоду. А уж, так сказать, что-то доказывать, не доказывать, дела минувших дней. Вот. Жизнь сама распорядилась должным образом. Мы его лишили статуса беженца в Литве. Он скрывается в Испании. Он преследуется уголовным законом в Украине. И, надеюсь, рано или поздно до него, как говорится, доберутся и его приговорят к ответственности. Статуса адвокатского меня лишили не из-за него. Вот чтобы это было понятно. Это всего лишь предлог, который использовался спецслужбами российскими для того, чтобы избавиться от адвоката Фейгина. Но они не могли его вот откровенно, как вот сейчас, они уже расслабились и начали меня уже обвинять по политическим статьям. А до последнего момента, до какого-то, вот, может быть, года до 20-го, там, была установка во второй службе ФСБ, давайте из Фейгина не будем делать политическую фигуру, а будем его избрать мудаком. Ну, он мудак такой, он со всеми ссорится, он резкий в высказываниях, он вообще не адвокат, он какой-то не юрист. Давайте будем изображать его, что он вот ссорится вот с таким же, как он. Понимаете? И она, эта установка, работала. Надо честно сказать, она работала, потому что демпинг определенно достигал своего эффекта. Говорили, что это какой-то там скандальный адвокат, еще что-то. Но в какой-то момент вот война это во многом, война это все перечеркнула, потому что то, что вот дуэт с Арестовичем или мой блог, или мои некоторые политические инициативы, вдруг стало всем понятно, что то, что говорилось обо мне, и то, как пытались меня репрезентировать спецслужбы российские, да, борясь со мной, выяснилось, что это все туфта полная. И поэтому они перестали уже рефлексировать. И формально они меня лишали за высказывание трехкратное в Твиттере, обсценные лексики, использование нецензурные высказывания. Марк, а вам кажется, в
В стране здорового человека. Давайте. Да, давайте. В стране здорового человека политический адвокат может использовать обсценную там, лексику, громко так ругаться, называть человека педофилом, не имея доказательств материальных. В стране здорового человека адвокат может так поступать? А вы где эту страну здорового человека-то увидели? Давайте помечтаем. В стране здорового человека, конечно, нет. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Да вы что? Это вообще недопустимая вещь. Я пытаюсь понять, что вы осуждаете свое поведение, что адвокат себя так вести не должен. Нет, именно так он себя должен вести, потому что так он, я имею в виду, в той стране нездоровой, в которой мы живем и находимся, а блогеры себе в принципе позволяют больше, чем позволяет любой другой. Это как, знаете, вот вы на войне находитесь, и вдруг прилетает снаряд, и вы говорите, ой, как неудачно все получилось, господа. Такое вот, знаете, недоразумение, такой реприманд от наших противников из того окопа прилетел. Нет, там совсем другие слова звучат, вы удивитесь. На войне можно. Погодите, а страна, где вы здорового человека нашли ее? Наша страна хуже, чем окоп России. И поэтому выбирать выражение «в ней», ну, это вести себя так, как будто вы на пляже во фраке, в тройке, понимаете? Так не бывает. Вы должны соответствовать. К сожалению, мы живем в таких обстоятельствах, Россия находится в таких обстоятельствах, по-другому до людей не доходит. По-другому люди не воспринимают. Ирина, не обманывайте себя. Это так устроена жизнь. Не я ее так устроил, к сожалению. Но если вы спросите, как я общаюсь с людьми вот в обычном общении, я никогда не употребляю подобных выражений. Никогда с ними так не общаюсь. После этого вы говорите, что в стране, где вы дипломатию-то видели, так вот я ее хочу увидеть. А все начинается вот с вас, например. Неправда, неправда. Вы это меняете причину и следствие местами, понимаете? А это неправильно. Потому что вот изменится обстоятельства, изменится материальная среда. Это старый спор. А среда формирует человек? Ну, конечно, формирует. Так и мы изменимся. Ваш знакомый в одном из текстов журналистских, когда вы работали по делу Пуссирайта, характеризовал вас интеллектуальным гопником, имея вашу в виду конфликтность. Вы согласны с этим определением? Это я придумал это определение. Оно ироническое. Но Всеволод Чернозуб это сказал. Сева повторил за мной. Интеллектуальный гопник. Да. Очень важно понимать соответствие, потому что интеллектуальное гопничество – это форма самозащиты. Ну и как бы защиты в целом. Да? То есть ты не можешь вести себя... Вот представляете, вас поместили в ЧВК «Вагнер», и вы продолжаете с ними разговаривать, там, вот, как я приблизительно вам рассказал, как в окопе общаются. Угу. Как если бы люди, которые испытывают некоторое эстетическое неприятие к тому, что кто-то, значит, ведет себя неподобающим образом, употребляет какие-то недопустимые общественные выражения. Лексику прибегает. Так и тут. Поэтому, к сожалению, это вынужденное состояние, интеллектуальное гопничество – это способ ответа, реакции на воздействие на тебя со стороны власти и общества в целом. Потому что общественное настроение-то оно немногим лучше, чем власти. Вы посмотрите на русского обывателя. Mm-hmm. Знаете, как говорил Достоевский даже, часто его там Бердяев цитирует в работе «Русская идея». Он говорит, русский-то хорош человек, только в потенциале. А реально это действительно ой-ой-ой какая, понимаете? Поэтому соответствовать надо, соответствовать. Еще предложение. Объясните мне, каким образом в 22 года вы стали, собственно, депутатом? То есть вас включили в тройку партийного списка. Второе место у меня было. Да. 22 года. По-моему, ваш рекорд никто не перебил до сих пор. Перебили. Там были уже у Жириновского, по-моему, был кто-то. Ну, Жириновский, но они не были вот в этой тройке по списку партийных. То есть они были какие-то помощники, какие-то... Не-не-не, был депутат, у них был, по-моему, моложе меня, там на сколько-то месяцев. Значит, ну, решающим может быть заслуга Егора Тимуровича Гайдара. Это не секрет, я с ним встретился в период выборов. Я возглавлял, естественно, «Выбор России» у себя там в Самаре. Я был руководителем этого объединения. И я определял, кто будет в списке. И мне Егор Тимурович сказал, ну, Марк, мы тебя первым поставить не можем, а вторым, вот нам 22-летний, вот... А чем вы ему так понравились? У вас опыт Вы знаете, я с ним встретился, и он, мне кажется, просто оценил, что я с такой цветистой биографией, человек 22 года, юрист, он нужен такой, молодой человек. И с этой точки зрения... Ну, а потом я же был руководителем местного отделения.
И ко мне туда в период выборов приехал Гарри Каспаров, там, в тот момент Петр Авен, такие, знаете, лица много косяком поехали. И, видимо, как-то в целом было ощущение, что этот человек, он кампанию проведет. И мы, кстати, получили 15-16% по Самарской области. Это тогда был, ну, приличный результат. Средний по стране, но приличный результат. То есть в этом смысле я оправдал надежды, как молодой человек провел такую кампанию в Самарской области. Вы беседу убеждали? Или им нужен был молодняк? Нет, я думаю, нужны были молодые люди, этот мотив был сильный. А потом, ну, у меня же была репутация, меня же знали давно. Это не то, что я человек из ниоткуда появившийся. Вот эти разговоры. Слушайте, с 89-го года, с 88-го, 89-го в Самарской области я был одним из лидеров, молодежных лидеров демократических организаций. То есть это не какой-то человек на парашюте, спустившийся из ниоткуда. А вы можете вспомнить Госдуму того первого созыва? Я бы сказал, что такой думы больше просто не было. Я могу судить о последующих думах. Это реально была свободная дума. Ну, во-первых, почему? Потому что проиграла партия власти, какой считался выбор России. Она просто проиграла выборы. Заняла второе место, а первое взяла ЛДПР список. Скажите, мне это возможно сейчас? И хорошо, даже, ладно, бог с ним, не сейчас, а в 10-х годах это возможно, а в нулевых годах это возможно. А в 90-х даже годах, когда «Наш Дом России» победил, ну и потом известное «Единство» движение и так далее. То есть, согласитесь, когда проигрывает партия власти, это уже о многом свидетельствует. Я мог голосовать против решения фракции, ничего за это не было. Я как-то, по-моему, против бюджета разок голосовал. А вот, и ничего. Ну, проголосовал человек, ну что теперь делать? Что мне скажете? Депутат Вишняков, депутат Долгополов. Так, тихо, коллеги, успокойтесь. Та дума еще славилась драками. Были там драки, да. Я был свидетелем нескольких. Я ни разу не участвовал. Я видел, как дрался, например, с Марком Горячевым Жириновский. Кстати, получил. Вот Жириновский сильно так. Потом я видел как-то драку Марычева, депутата, с которым у меня, кстати, были хорошие отношения. Он был в моем комитете по вопросу местного самоуправления. Ну, такой неприметный комитет, но очень важный. И Марычев, его все время били. Он переодевался во всякие костюмы. Ну, вот вы по молодости не знаете. А он все время одевался. То в женское платье. Ну, странно выглядело. Он был бывший какой-то народный актер и заведовал клубом. Он из ЛДПР, естественно, был. И он постоянно переодевался и так далее. И его постоянно били. За внешний вид? И за внешний вид. Все, я его как-то пару раз защищал. Он, по-моему, проникся ко мне очень таким благожелательным отношением. Это было в порядке вообще? Это произошла драка, дальше да. Там их растащили. Они после этого как-то общаются в коридоре? Да, вы знаете. Или это делалось исключительно на камеры? Я не знаю, как на камеру, не на камеру, но вот остатка не оставляла, следа не оставляла, что они там могли куда-то выйти, еще что-то выяснять. Нет. Сцепились, разошлись. Вот так я бы сказал. Не было. А это было из-за незнания, как политика делается? Или вот никто дипломатию не привил? О чем мы с вами говорили? Вы знаете, дерутся-то в разных парламентах, если честно. И сейчас вы с легкостью увидите и в парламентах демократических, налево-направо такие вещи. Я только Украину помню. Не только. Нет, в Японии часто дерутся, в Израиле местами бывает. Там, но бывает. Поэтому сама по себе то, что сцепляются люди, это не является чем-то таким... ну, невероятно, что только так, грубым или неприемлемым и так далее. Но тогда действительно политической культуры немного было. Вот такой, которая бы свойственно должна быть вот, высшему законодательному органу, высшему представительному органу, такого, наверное, да, был дефицит. Люди только осваивались, это при том, что, ну, были Верховные Советы, РСФСР, СССР, где уже как, зачатки какие-то еще были при Горбачеве, но это было рано. А вот Государственная Дума, избранная по новой Конституции, которая в декабре одновременно 93-го принималась, это был орган, нижняя палата, которая, ну, я бы сказал, начала эти закладывать основы и этики такое, и так далее. А оно началось и сразу закончилось, естественно. Все последующие Думы там, может, и не дрались, но уже о свободе речи. Ну и не спорили. И не спорили, да. Поэтому в этом был колорит. Да. Не опасно. Если... парламент действительно является, репрезентирует народ перед властью и, там, скажем так, является источником этой власти, да и бог с ним, пусть дерутся. А что, лучше, когда все как в склепе, и когда один Володин там принимает по звонку любые нормативные акты? Это что, лучше? Вы занимались в Госдуме местным самоуправлением. Точно. Вы написали несколько книг на эту тему. Две. Там учебник и свою монографию, конституционное основное место самоуправления. Почему вас так эта тема занимала? Вы знаете, все очень банально. Меня вызвал Егор Тимурович Гайдар
Я сказал, я вот хочу пойти в такой-то комитет. Ну, не скрою, международным делам. Комитет хотел пойти. Он говорит, нет, Марк, я тебя прошу, у нас не хватает людей в комитет по местному управлению. Я говорю, ну он же скучный, я там сдохну со скуки. Что оказалось не так, кстати. А он сказал, ну я тебя прошу. И я говорю, ну хорошо. Я говорю, Тимурович, раз вы просите, пойду-ка я. Но на редкости оказалась очень для меня полезная работа, потому что там был Анатолий Яковлевич Слива, руководитель комитета. Он видный ученый, я по его книгам учился, доктор юридических наук, профессор. Он стал председателем комитета. Вот. И благодаря ему появилось несколько очень важных законов о местном самоуправлении. Конечно, сейчас все кончено, сейчас нет никакого местного самоуправления. Вообще о местной власти не приходится говорить, выстроено вертикально. Но тогда это было очень обнадеживающее начало, что появится ветвь власти в соответствии с статьей 121 Конституции. Органы местного самоуправления отделены фактически, ну, не входят в систему органов государственной власти. И я действительно собрал огромный материал, быстро написал диссертацию. Ну, поскольку комитет был такой сосредоточением всего научного большого материала и целый аппарат этого материала работал. Я этой сферой занялся. Это была отдельная специальность отраслевая, 12-2-0-0-2. И я считаю, что я какой-то вклад внес. Я один из инициаторов принятия закона, первого закона об общих принципах организации местного управления. Я был в рабочей группе. Многие политологи сегодня говорят, что вот в 90-е именно на муниципальном уровне власти происходили самые большие, значит, был разгул криминала, и самые большие взятки именно там были. Я не тому и свидетель, я не считаю, ни больше, ни меньше было, чем на федеральном уровне сопоставимо. Более того, я вам хочу даже больше сказать, в 90-х годах коррупции было значительно, на порядки меньше, чем это в органах власти, я имею в виду, чем нынче. На порядки. То есть тут был страх, что не выберут, что возьмут, посадят или что-нибудь такое. Сейчас же этого нет. Там по-другому это работает. Если ты встроен в систему, ты являешься частью его этого алгоритма поведения, ну, стандарта, при котором ты деньги воруешь, там, относишь наверх, там, цепочка была. Тогда этого ничего не было. Были, конечно, и коррупционные дела, и все это было, но масштаб был несопоставим меньше. Ну, к вам ходили со взятками? А я не занимал такую должность, что мне за что-то можно было платить. Я вообще про другое был, я не про деньги был. Я был очень такой самодовольный и очень такой, я бы сказал, молодой человек, заточенный на политическую карьеру. И как-то вот это вот все, вот вникать какие-то там деньги туда-сюда гонять, там кто-то за какими-то документами бегать. Я понял, что я протратил жизнь не на то, потому что все закончилось печально. Но что было, то было. Поэтому я просто считал. Сначала, когда я был депутатом, потом вице-мэром в своей родной Самаре. И так далее. А это всегда будет. Вот я был убежден, что депутатом я вот до смерти буду с палочкой буду передвигаться, и я буду депутатом парламента, понимаете? Ну как же, ну же будешь демократия, а я такой замечательный, я вот так много всего сделал, и я знаю, как лучше, я же очень умный человек. И это всегда будет востребовано, но это же работа такая. Понимаете? Ну, это, я не знаю, чего это, наивность была, или это такое убеждение особое было. Но я на это закладывался преизрядно. Поэтому как? Можно репутацию испортить? Какие еще взятки? Вы что? Не-не-не. Вообще какие-то блудные схемы. Лучше избежать, вообще подальше постоять от этого всего. Почему вам не удалось переизбраться на следующий срок? А все просто. Выбор России потерял поддержку. Вот как раз наступили быстро очень времена, в которых деньги и власть себя осознали. Вот эта комбинация, в которой... А ведь во фракции «Выбор России» 75 человек, идейных людей была половина. Вот прям вот вообще без серебряников. Люди были абсолютно идейные. Какие-то интеллигенты такие, знаете. Пришли там из каких-то там кафедр. Вот много было таких людей. Много было. И вот таким... В России не суждено было переизбраться. Такие не нужны были. Ну, и я с ними. Если бы я делал карьеру, пошел где-то там что-то в наш Дом России, который там пришел на смену, что называется, как партия власти, ну, наверное, можно было что-то там ходить. Но это как-то было не по мне. Упрашивать, унижаться. Некоторые так и поступили, кстати. А я нет. Я человек гордый был. Я, чтобы когда-то... Это вы меня зовите, кто-то там. А я нет. Я ни за кем ходить не буду. Митрофанов признался, значит, что чувствует с вами
особое родство, он говорил следующее. «В первых парламентах почти не было прагматиков, только пассионарии. Я как услышал Фейгина, как он на политические темы рассуждает, будто не людей защищает, а заседает в Думе, то я сразу подумал, узнаю брата Колю. Это ведь не лечится, и кто был в первых парламентах, навсегда остается больными». Вы про себя можете это сказать? Что вы Митрофанов, вспоминаете об этих? Митрофанов, вы помните, был правой рукой Жириновского в моей как раз Думе, и в последующих нескольких Думах он был от ЛДПР, от фракции. Человек, он был, безусловно, с дипломатическим образованием. Этот человек был умный, хитрый, подготовленный. Ну, я так понимаю, он параллельно всегда занимался бизнесом, но, тем не менее, факт остается фактом, что эта аттестация, она очень близка к реальной, да. Первые Думы. Я вот не стал бы говорить, что вот именно потому, что Первые Думы, да. Я бы сказал, что атмосфера тогда, она таких людей востребовала. Mm. Понимаете? Людей идейных по-настоящему, людей харизматичных. Вы сейчас много видите в Государственной Думе харизматичных людей? Я к тому, что то, что вы делали после этой Государственной Думы, все ваши действия, такое ощущение, что вы реально ностальгируете по той борьбе и по тому своему статусу. Есть такое? По той жизни? Я вообще скучаю по 90-м. Я бы сказал, не просто там по статусу и так далее, а может быть, я знаменитее стал. Там, в 10-е годы это явно. Потому что я много таких было, и особенно, так сказать, в 90-х, знаете, я бы не сказал, что я за пределами своей Самары родной там так уж сильно был известен. Да? В силу молодости, в силу там, много было таких. А, так сказать, тем не менее, 90-е – это годы мои. Я отношу себя к поколению 90-х, безусловно. Я человек из 90-х годов, просто я очень молодой был. Я сохранился, что называется, до 20-х. Но вы видите вот в той стране здорового человека, про которого мы с вами мечтаем, себя как политического именно деятеля? Сейчас большим скепсисом. Потому что, ну вот, представим, Путин умрет, и что-то изменится. И вдруг нас всех амнистируют, иммиграция вернется и начнет. Я не так, чтобы сильно убежден, что я готов пройти этот путь еще раз. Вот я не убежден. Почему? Я объясню. Потому что это должны захотеть сами люди. Это они должны меня попросить. Не я им должен что-то навязывать. Не я их должен больше убеждать. Это вот сейчас я это делаю. А вот когда как бы это... Весь этот бетонная плита с них упадет, это вам надо. Это вы востребуете мой опыт, мои знания, мой интеллект. Десятилетия этой борьбы вы их оплодотворите в моем качестве. Там, нужен я депутатом или нет. Понятно, что это умозрительно звучит. Ты что, хочешь, чтобы тебе на поклон выходили? Не об этом речь. А действительно ли общество захочет, чтобы вместо вот этих кукол были какие-то нормальные живые люди, которые идейные, которые озабочены вещами, которые заботят самих людей. Понимаете? У меня пока нет такого убеждения. И если этого не будет, я точно не буду никому ничего больше навязывать. Ну, зачем вы сейчас-то вот своей вот этой информационной борьбой занимаетесь? Ради чего там? Ну, это вендетта во многом. Вендетта по отношению к власти. Конечно, к власти это вендетта. Они же меня всего лишили, выгнали из страны. Я со 100 долларами уехал. Бежал, понимаете, в 20-м году, в сентябре. Ну что же, они думали, что так просто это можно от меня отделаться, что ли? Ой, мы его выгнали, и все, и конец. А теперь вот видите, как получилось, не так. Я предупреждал, ведь не делайте эти глупости. Не лишайте меня адвокатского статуса, не выгоняйте из страны и так далее. Так что во многом, да, вендетта. С другой стороны, я убежден, что все даром не пропадет. То, что я делаю, оно... Может быть, не при моей жизни, но потом где-то оно даст свои всходы, оно даст какой-то такой заслугу обретет. Памятники поставят, какие-то улицы назовут. В Украине-то точно. Ну, дело не в артефактах, а оценят. Скажут, о, да, ну, конечно. А вам важно, чтобы улица назвала? Да, да, да. То, что зачем? Будет после меня, важно. Ой, я всю жизнь руководствую. Улица имени Фейгина в Киеве вам зачем? Ну, пусть будет. Ну, потому что люди будут... Вас уже не будет. Не-не-не, я так не рассуждаю. Важно, что какой мы след оставим, это очень-очень-очень важно. Очень важно. Нельзя уйти незамеченным, нельзя уйти, не оставив следа. Это какое-то плебейское чувство. Ну, такое, знаете, сегодня ем, пью, там, хожу в туалет, и этим все должно ограничиться. Только в качестве вот этого приема и выхода. Нет, нет. Мне важно, какая по мне память останется. А вы больше хотите улицу имени себя в России или в Украине? Я бы хотел больше, конечно, в России. Но, скорее всего, будет в Украине. Спасибо. Я что-то.